Здравствуйте, мои любимые, уважаемые зрители Твича Игромании. С вами снова Евгений Пекло со своей передачей «Киногерои». Но сегодня нас ждет одно крайне важное изменение. Сегодня эту передачу я веду не один. Причем надеюсь, что не просто сегодня, а это будет в перспективе. То самое изменение, о котором вы... ну, скажем так, наверное, выпусков 9 назад очень настойчиво меня просили, что вот, ну, давай, давай, попробуй какого-нибудь второго ведущего, будет же намного круче, вы будете так классно в кадре общаться. Так вот, друзья мои, этот светлый день, когда я наконец-то смог воплотить в жизнь ваше пожелание, вот он сегодня наступил. Итак, давайте, представляю вам, сегодня вместе со мной будет эту передачу замечательно вести Александра. Здравствуй, Александра. Привет всем. Ну, расскажи пару слов о себе. Я знаю, что ты, в отличие от меня, жалкого, тухлого любителя, не совсем чуждый киночеловек. Я не совсем жалкий, тухлый любитель, да. Я все-таки его смотрю и училась, и работала лет 10 в кино. В качестве кого? Всем. Вообще всем, кем можно. Кем я только не работала там. То есть декорации держала, сценарии писала. Да, да, да. Актеров нанимала, с камерой бегала, свет выставляла. Заряжала настоящие пули в пистолет вместо бутафорских. Да. Еще работала причем с камерой, с пленками, с бобинами вот этими. Слушай, ну ты просто... Если я в следующий раз пойду на рынок за картошкой, я тебя с собой возьму. Твой опыт мне обязательно пригодится. Хорошо. Вот. Вот сколь я являюсь более-менее любителем, просят опустить вебку вниз, я не очень понимаю, она вроде хорошо смотрит. А, это на Александре просят опустить вебку вниз, все понятно. Не дождетесь. У нас веселая, но достаточно строгая передача в своем формате, поскольку мы все знаем, что раз в героях намылилось играть два человека, то это... И они сидят вот рядышком. Рядышком совсем сидят. Вот. То это игра не просто уже одиночка, а вполне себе такой полноценный горячий стул. Вот сегодня в режиме «Горячий стул» мы попробуем провести наш выпуск. Так, пожелайте, наверное, нам, что ли, удачи. Потому что делать что-то... что ты делаешь давным-давно, но совершенно под другим углом. Это довольно тяжело. Да. И мало того, последний раз я не играла в героев столько времени назад. Ну что ж. Что я даже... Будем вспоминать. Я тебя попробую как-нибудь понаставлять в этом направлении. Не скажу, что я очень искушенный и экспертный. Ну ладно, довольно предисловий. Я надеюсь, наши зрители уже подсобрались. Поехали, что ли? Так. Или не поехали. Ой. Да, по-моему... Да, слушайте, я забыл замечательнейшую вещь сделать. Я сейчас буду очень быстро это исправлять. Карту-то я нарисовал, но забыл ее закинуть. Закинуть, отлично. Да, я хорош. Я просто, как всегда, гениален. Пока ты закидываешь карту, расскажи мне... На что ты последнее ходил в кинотеатр? На «Отряд самоубийц». «Отряд самоубийц». Вот это был последний. Кстати, можно, да, чтобы мы пока, раз уж так получилось, что мы про него завели речь, давай-ка на него переключимся и немножечко о нем поговорим. Как твои впечатления? Ну, скажем так, это, конечно, не фильм года, как я от него, в общем-то, наверное, ожидал. Но и не провал года, как многие про него спешат кричать. У этого фильма есть очень большие проблемы, с этим спорить бесполезно. Но я не могу сказать, что это супержирный минус для него. Потому что, с одной стороны, да, эти проблемы там могут кого-то раздражать, и совершенно обоснованно будут раздражать. Но, с другой стороны, это же так круто. Это задает некий свой... Некий шарм появляется. То есть, вот видишь, огромную глупость в фильме. И если есть какие-то другие элементы, которые тебя очень прикалывают, то эта глупость, она становится таким фирменным почерком. И все уже хорошо. Да, смотреть-то это возможно с этой глупостью?
удовольствие это доставляет? Я получил очень много удовольствия. В первую очередь, конечно, очаровательный Харли Квинн. Получил немало кайфа. Что случилось? Что случилось? Звук ниже просит, да? Все, сделали звук ниже. Харли Квинн. Да, она красивая. А как, кстати, Джаред Лето в роли Джокера? Ох, вот это, на мой взгляд, скорее проблема фильма. То есть, на самом деле, я прочитал кучу рецензий. Одни говорят, что Джаред Лето — это супер крутый, хорошо, идеальный Джокер. Ля-ля-та-поля. Другие говорят, что он ужасен. У меня же сложилось впечатление, что он пытался нечто играть и нечто сыграл. Но вот то, что он сыграл, его нещадно так вот порезали ножничками. Ну, не только улыбку, ну, понятно, да, да. Но и, собственно, киноматериал. И в итоге стало как-то немного грустненько, потому что этот персонаж, он не выглядит цельным, он выглядит довольно дерганным, он выглядит довольно непоследовательным, и он не очень-то похож на то, что мы видели в комиксах. Ну, я что читала из рецензий, вообще говорят, что от комиксов очень далеко. И сценарий повернули в другую степь. Как-то Харли Квинн из забитой девочки и хулиганки стала вдруг прекрасным доктором психологии и вообще такой всей замечательной. Я так понимаю, что в фильме все-таки акцент больше на нее. Да, и именно что не про доктора психологии мы там увидим буквально пару кадров. Остальное — это поехавшая, замечательная, веселая Марго Робби, которая машет направо-налево тяжелыми предметами и вообще всячески светит прекрасными местами в кадр и всячески вообще веселит народ и тащит просто вот на себе весь фильм. В каком-то смысле. Да. Вообще самое удивительное, я когда училась, у нас все актрисы пытались сыграть, ну, с актрисой, с которыми я училась, пытались сыграть какие-то драматические роли такие вот все серьезные. А мне казалось, что самое веселое — это играть психопаток, таких смешных, потому что, ну, блин, это весело. А ты никогда не думала вот покосплеить? Не. Что, косички уже есть? Косички. Это редкость. Нет, не думала я вообще как-то. Спокойно отношусь. Мне нравится смотреть на людей. А, ну хорошо. Так, ну что ж, давай тогда вернемся. Угу. Я исправил свою восхитительную оплошность. Еще раз приношу мне свои извинения. Это же надо вот-вот все, подготовился, все, значит, накидал. Но забыл карту с флешки добавить. Самое на главное, компьютер. Слона-то мы и не достали. Слона. Слона еще достанем. А, ты хочешь на слоне поиграть? А тут нет такой фигуры. Тут ладья есть. Так, давай-ка, ну, давай ты за кого у нас будешь? Что у нас замечательного такого чайного голубенького цвета? Бирюзовенького. Да, пусть будет бирюзовенький. За какой замок будешь играть? Есть человечишки. Человечишки. Есть эльфишки. Есть презренные маги. Ничтожные демоны. Восхитительная нежить. Очаровательные обитатели подземелий. Могучие орки. Листай обратно. Обитатели подземелий. Спасибо. Ты уже забыл, что придумать к ним эпитеты. Так, ну давай с выбором героя, раз ты 100 лет не играл, давай я тебе немножко помогу. Да. Вообще здесь у нас традиционно тащат те, кто очень быстро бегают. Вот. Ты знаешь, мне кажется, здесь не тащат те, кто очень быстро бегают. Ну да, Усейн Болт вот привез очередную медальку. Давай тебе поставим Гуннера, который один из самых, в принципе, быстрых героев в игре. А я, знаешь, а я сегодня что-то за эльфов меня тянет поиграть. Хотя было бы на. Хотя можно тоже за вторую тему. Ну, нет, не знаю. Я хочу за эльфов, потому что у тебя уже занят Гуннар, а у эльфов есть свой бегунок. А, где же ты? Вот. Нет, это по эльфам специалист. Вот, Кирь. Ну, давай в качестве бонуса золотишко поставим. Да, наверное. Так, противник, который здесь есть, он есть исключительно для галочки, потому что иначе я не смог настроить карту без него. Суть в том, что, чтобы победить, нам придется действовать сообща. Это ну, мы, в принципе, здесь союзники. Ладно, мне кажется, уже довольно предисловий. В принципе, мы и так чуть-чуть подзадержались с запуском стрима.
все мои дырявые руки, дырявая голова. Ну что ж, киногерои, второй сезон, первый выпуск, погнали! Так, значит, ходит Евгений. У Евгения оранжевый цвет. Так, давайте посмотрим, что мне тут выдали. Так, я, наверное, поближе перетащу. Да, чтобы я не вывалилась из кадра, рассматривая. Да. Так, на старте у нас тут Кирь. В активе у нас тут не пойми чего. Немножко эльфов. Ну ладно, побежим в город. Тут можно кого-нибудь... О, слушайте, тут очаровательного саппортного героя дают, который умеет деньги зарабатывать. Просто вот она, смотри, вот она такая прекрасная, смотрит в камеру и вход 350 золотых получает. Наверное, она модель. Вот она может ничего не делать, но 350 золотых каждый день она будет отгружать. Мы ей наймем бородатых охранников-гномов, чтобы они оберегали ее женскую честь. Поставим усадьбу, в которой у нас остроухие эльфы пасутся. Кентавриков. Вот тут сразу маленький хинт показываю. Если мы зажимаем кнопочку Ctrl и кликаем на юнит, он дробится по единичке. Вот, а если мы делаем то же самое, зажав Shift, то он тогда будет на равные порции делиться. Это очень такая удобная система. Все равно на Ctrl будешь нажимать, я туда не достану. Да, можно и так. Так, ну сходу нам надо, наверное, отбивать ресурсы. Отбивать ресурсы, куда пойти, кого убить. Ну, давайте, например, начнем с этих капитанов-кентавров. Всегда есть шанс, что они присоединятся. Ага, 10 раз. Так, ну ты беги, беги сюда. А этими мощными кентаврьими торсами мы закидаем это отверстие. Закроем амбразуры. Все, всех убили, всех замочили. Так, а вот подбираю я зря, у меня же есть саппортный герой, я зачем-то сам полез, трачу ход. Ай-яй. Это я нехорошо поступил. Ну да ладно. Глупить я сегодня, наверное, буду очень много. Все-таки больше месяца я не игрался. Я честно отдыхал отпуск. Ну что ж, приступим. Так. Хорошо, я мерзовенькая. Замечательно. Да. Пойду в замок и посмотрю, что там мне. А мне никого не дают, да? Ну как не дают? Закинь его в верхний слот. Не, один клик сюда, на него и один верхний слот просто. Хоп. Точно. И теперь ставерная. Вот она такая маленькая. Вот этого первого товарища у нас твоего подземелья. Такой же чернокнижник, как и ты. Хватай его. Прекрасно. Какой он красивый-то, а? Да, закидывай его всех персонажей. Только лучше этих троглодитов в последнем, чтобы у него единичка осталась. Не, просто один клик сюда, другой наверх. Оп. Один сюда, другой наверх. Все. Так, теперь я советую зайти... Нет, из замка пока рано чуть-чуть выходить. И еще раз заходи в него. Вот, надо что-нибудь построить. Я советую камень бихолдеров, потому что там будут дополнительные стрелки, а они сейчас просто на вес золота. Да. Видите, у нас такой немножко обучающий цикл получается. И сколько их будет? Да, всех. Вот эта вот кнопка, она позволяет нанять сразу всех, кто тебе доступен. Отлично. Так, ну, собственно, наверное, стоит их разменять. Местами же у тебя первый герой сначала был. Да, вот так. Еще мне кажется, что стоит чуть-чуть подправить камеру, чтобы Александра не вываливалась из кадра. Вот так, да. Ну, там будет стол. Так. Да, ребят, знакомьтесь, это вот стоящий стул. Это моя рука тут будет периодически так летать волшебным образом. Пойду подерусь. А, это твой главный герой. Тебе сначала, да, сюда подраться, самое то. Так, что они тут пишут? Кто тут у нас? Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо? Или какие другие герои? Без разницы, бей их, ребят. Ну, прежде чем тогда драться, давай поговорим на эту замечательную тему, которую нам предложили эти доблестные рыцари. Или кто там у нас торчит? Оп, недокрут. Вот так. Скажешь? Да. Вот, буквально на днях
замечательному фильму «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» исполнилось 25 лет. 25 лет, а если два потрясающие персонажа влюбляют в себя. Да. Прекрасный Микки Рурк, замечательный Дон Джонсон. Догадайтесь, кто где? Кто напротив кого сидит? Но при всем при этом Микки Рурка можно не узнать. Потому что там очень грустная история получилась. Кто смотрел «Ковбоя Мальборо» и «Харли Дэвидсон»? Я смотрел. Тот помнит, что фильм для начала 90-х годов был полностью в провале. Абсолютно. И он не понравился никому, ни зрителям, ни кинокритикам, никому абсолютно. И только лет через 20 его начали... Его, во-первых, растаскали на цитаты. Причем растаскали хорошо по фильмам, по би-муви, по другим фильмам. Это прям стало классика. И сейчас, 25 лет спустя, все просто говорят: «Вау, какое кино!» Но судьба у героев, вообще у актеров сложилась... Так себе, на самом деле. Они очень рассчитывали на то, что фильм будет кассовым, на то, что он принесет им популярность, и это будет их просто билет в большое кино, но, увы, не получилось. И дальше Микки Рурк ушел в бокс. И ему сломали нос. Да там не только нос, но нос основной, да. Дона Джонсона вы можете помнить по... Господи, наш детектив Бриджес. Нэш Бриджес, он там на желтой, да, кажется, тачке рассказывал. У него была какая-то тачка, по-моему, желтая. Я даже не помню, я помню эти прыжки безумные с этой тачкой, когда они ездят. Он там вроде Сан-Франциско был у него, да? Да, да. Да-да-да. И я помню одну единственную серию, там был маньяк по кличке Зодиак. Вот это вот все, что я запомнил, потому что потом я еще посмотрел фильм с названием «Зодиак», который... Фильм с названием «Зодиак» — это один из лучших фильмов Финчера вообще. По-моему, самый ужасный фильм Финчера. Я спал на нем просто все время. Вот. А какой тебе фильм Финчера нравится больше? «Бойцовский клуб». Угу. Семь. Семь — очень сильные впечатления. Но смотреть второй раз я его не буду ни за какие ковришки. Серьезно? Да. Потому что праздность. Вот кто смотрел, ставьте хэштег «праздность» прям в чатик. Это воспоминание на всю жизнь. Это вот сцена для меня почти как в «Ганнибале», когда собственный мозг скормили агенту ФБР. Вот такого же уровня удовольствия. Так, мы на Финчера перекинулись. Да, мы можем, наверное, тут слишком много болтать. Эфир не резиновый. Вспоминай сцены из «Ковбоя Мальборо». Да, там играет прекрасный брат Алика Болдуина. Господи, я же забыла, как его... Там... У Болдуина 5 братьев, и все они играют в кино. А, это почти как эти негры, которые играли в «Негрозинному централу», всем семейству. Я очень люблю... Афроамериканцы! Вдруг нас на Западе смотрят, а я такие неполиткорректности говорю. Все-таки не 90-е годы, не «Брат 2». В общем, Алек Болдуин, он замечательный. Есть «30 рок». Хороший сериал производства Тина Фэй. Если кто не смотрел, посмотрите обязательно. Действительно очень клево, очень смешно. И Алек Болдуин, он вышел из Saturday Night Live. Сейчас, возможно, я не стала бы смотреть это шоу. Раньше оно было неплохое, шутки там были хорошие. Около 20 тоже лет в эфире. И это его брат. Ходит в черном кожаном плаще. А кожаном ли? По-моему, там в кевларовых ходили. Да, да, ты прав. Это я уже забыла. Потому что он действительно кожаный. Вот, и фильм, он же прекрасен. Это же трэш-кино, если бы они не стали... Это серьезная криминальная драма. Какое трэш-кино? Вот если бы у меня были казаки, я бы тоже, наверное, их своим любимым дактейпом перематывал из серии в серию. У меня была пара историй, когда я реально таким образом себе чинил обувь. Это как бы... Это работает, ребят. Главное, под дождь не попадать. А винтовки, да. Я впервые в кино увидел эту штуку. До этого я, правда, в оружейных журналах, у меня в детстве отец покупал, я, естественно, их читал, вот там был целый номер про эту винтовку АУК, я просто в нее влюбился. Вот теперь, если меня кто-то спрашивает, я всегда говорю, вот мое любимое оружие — это винтовка АУК. Но реально ты на нее другое дуло навинтил, она пулемет.
И там реально очень удобно, хоть она на пластиковый костыль похожа. Вот реально, вот то, что они, помнишь, сцена, где они идут рядком так и стреляют с рук. Вот с нее так можно, она позволяет. Вообще, волшебная пушка. Не знала, не знала. Но это было очень смешно, и я смотрела этот фильм с большим удовольствием, ухахатываясь. Особенно прекрасно мне понравились отсылки, что всех киногероев зовут, ну, почти всех, как известных брендов. То есть это не ковбой Мальборо пошел из этого фильма, а все-таки наоборот. Там еще есть Джек Дэниелс. Да, было такое дело. Так что смотрите, вспоминайте классику, это прекрасно, это поднимает настроение. 25 лет. А, и потом, соответственно, истории героев, когда они, не героев, а актеров, соответственно, они, у них провалился это все в прокате, и Микки Рурк пошел в бокс, ему сломали нос, и следующий его фильм, тот, который был популярный, это только «Город грехов». Ух ты, не слабо так. И, например, сегодня Женя долго вспоминал, кого же он там играл, кого же он там играл. Да, он загримирован, да, он после сломанного носа, бокса и всего остального, но вот это он. А, так может быть, это он после бокса и без грима уже? Да, может быть. «Город героев» я очень люблю, первый. «Грехов». «Грехов», да. А второй я не смогла досмотреть. Я начала где-то на середине бросила, потому что это была такая скучная нудятина. Это так было... Ты все время ждешь отсылки к первому, ты все время ждешь вот это вот... Прям вот на острие вот этих вот чувств, а их нет. Они там как-то все смяты, скомканные, вот это а все. Ты читала оригинальные комиксы? Нет, комиксы я, к сожалению, вот. Не читала. А я как раз вот как по случаю выхода второго «Города грехов» у нас как раз все это напечатали, я как раз все купил, прочитал. И там основная проблема, на самом деле, у второго фильма заключалась в том, что они экранизировали часть новелл из комиксов и зачем-то запихнули одну свою. И вот эта своя, она вот как раз с Гордоном Левиттом. Ах, вот он. Ну, да. Ну, я-то на него смотрела, и мне казалось, что он вот с ним еще более-менее, но почему-то, как я причем люблю этого актера, он хороший. Он отличный. Он отличный актер, но он не тянет, и это было удивительно. То есть там такой подбор актеров, что я думаю, вау, я сейчас побегу и получу море удовольствия. А вот нифига. Ну вот там мне, чего мне там сильно не хватило, так это то, что вот он такой сейчас, значит, вот я должен это сделать, бам. Его пускают в расход, и я сижу и думаю, а на чем он надеялся? В чем был его план? Вот как бы, ну ладно бы план провалился, я бы это понял, но плана если плана не было. Да, и так. И, может быть, вернемся уже... А, тебе еще хочешь что-то сказать? Да, ну так Микки Рурк с «Прекрасный Железный Человек 2». Это его, на самом деле... Иван Ванко его как-то там звали? Не помню, когда Иван, ну... Вот... Не Драго. Ребят, если вспомните, как звали главного героя, героя Микки Рурка в «Железном человеке 2», напишите в чатик, просто будет интересно. Да. И, в общем, это на самом деле одни из его самых популярных и хороших фильмов. Все остальное А, еще были так. «Неудержимые», еще были «Неудержимые», где да, он тоже «Неудержимые», был. Но... Ну, мне он там очень понравился. Не, ну он хорош. Ну, я вообще люблю Микки Рурка смотреть. Мне он больше нравится со сломанным носом, с перекалеченной рожей. И вот так мне он больше нравится, чем тот смазливый мальчик, который был в «Ковбое Мальборо». Ладно. Теперь мы знаем, ради кого были все эти муки. Возвращаясь к нашим баранам, то есть к нашим героям. Твои гнолы хотят тебя присоединиться, вместо того, чтобы бить морды. В общем, соглашайся, будешь их пускать впереди. Да? Пойду соберу. А, нет, я бы тебе советовал бы бежать по дорожке напротив наверх, а вынуть из замка второго героя, и пусть он здесь собирает ресурсы. Напротив наверх? Да. Да, вали их, дешевый экспо. Так. Этих чуть вперед выставляешь, это пока тактическая расстановка. Этих куда-нибудь в угол упихни, чтобы до них не добежали. Этих вперед. И гнолу вперед по нижнему краю там где-нибудь. И погнали. Так. А, есть смысл. Я тебе буду тут на клавиатуре помогать. Типа, wait, стреляй, это же стрелки. Угу. Мочи их просто. На этих. Ну, беги поближе к ним. Главное, чтобы они напросились так. А, этих вперед. Чтобы со следующего хода долетели. И бей нижних. Да. Давай. Оп. Они кончились. Замечательно.
Прекрасно. Опять же, здесь лучше уже сходить к обелиску опыта. Вот он. Понятно. Ага, да-да-да. А тут из замка вынимай второго героя, пусть собирает ресурсы. И захватывает шахту уже, чтобы ты ход на этом не теряла. Пойдем. Да, здесь все покликово перемещается, мне тоже иногда бывает непривычно. Пойдем. В наш век перетягиваемых окон. Да. Такая переклик... заходи, заходи, ты вот только обозначила путь. Вот. И наверх. А, уже чуть не успела. Ну ладно. На следующий ход заберем. Сюда? Угу. Вертимся. Красный герой немножко подумал о жизни. Так, ого. Здесь у нас дофигища прокачанных лучников. Это очень плохая новость. Что здесь я точно пойду. Будет очень бобо. Так, здесь эльфы. Надо наверх идти, наверное. Так, только надо этих сначала бы пробить. Читаю-ка я чатик пока. Слушай, было бы просто прекрасно. Да, только что... подвинь его ко мне. Вот. А, правда, тут проблема в том, что скроллить-то ты его не сможешь. Ладно, ребят, правда... я читаю последние комментарии, потому что проблема. У меня нет управления. Ну ладно. Человек... Так. Это какая часть героев, тебя спрашивают? Герои меча и магии 3, рок бездны, фанатский аддон. Вот то, каким должен был бы быть, то, каким бы должен был быть следующий аддон, если бы New World Computer не развалилась, не обанкротилась. У Алика Болдуина тоже потрясный фильм был, «Тень» называется, в 1994 году. Подожди, 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 это который такой, типа, нуарный кинокомикс? Вот, где он там супергерой, который в тень прятался? Не помню. Вот был такой классный комикс, вот он именно вот реально в те времена кинокомиксов как-то особо не делали, а он вот именно как кинокомикс смотрелся. И он был прям крутой. Я помню, мне дико нравился в детстве. Я сейчас вот пытаюсь в своей памяти скрести, по-моему, да. Но... Ну, не уверен. Отдай мне чат! Отдай мне чат! Не, я тебе лучше управление отдам. А. Там вот, вот, понимаешь, Колба Трус просит передать привет мне, девочка. За девочку спасибо. Все, тетенька, тетенька. Так, куда я пошла? Я пошла к обелиску. Тактику бери. Тактика полезнее будет. Так, и сейчас, наверное, лучше наверх подтянуться. Пробивать пока рано. Может, там есть второй выход. Возможно, его стерегут какие-то менее. Тень крутой комикс, фильм «Тень» шикарный. Слушай, мне надо их бить или нет? Можно копать. Копать или колотить? Какой нелегкий выбор. Группа 10-19. Могоги! Я бы тебе посоветовал бы лучше вынести этих эльфов, потому что они храняют очень неплохую добычу. Вот этих? Нет, вот этих вот эльфов. А, вот этих эльфов. Да. Ну, в принципе, мы сейчас должны были бы поговорить про отряд самоубийц. Но которых, уже... ну, извините. Ну и не страшно. Обсуждено. Да. Так, этих прям выдвигая вперед всех, кроме лучников. Ну, понятно. Может, их как-нибудь перегруппировать? Они же там да, перегруппировываются. Давай начнем уже. Начнем не силово. Да. О, отлично. Они, ну, то есть не очень отлично. Они на гнолов переключились. Все, лети вперед. Тут как бы верхнего лупи, он первым всегда ходит, он самый опасный. А, блокируй второго. А, она же не блокирует. А, вот тут надо было на самом деле уже тройку бить, ну ладно. Извините. Ничего, ты у нас учишься. По-моему, кого-то... Да, кого-то сейчас немножко покарают. Да, потеряли 47. Ну, это не самая вообще жесткая потеря при такой бойне, но зато у тебя есть два сундука и много ресурсов. Второй герой. Где я там? Забирай этот... здесь. Вот это бери. И это бери. Угу. И бегите ресурсы собирать. В принципе, главгероем тебе... Да, собери по дороге вот эти кристаллы. И беги собирать там ресурсы. Вот это вот что там торчит? А, это плюс один к атаке. С вот этим героем тебе это вообще без понятия зачем. Теперь в город.
А вот главным героем это стоит сходить, взять. Так, ну тут у тебя войска-то все куплены. А, ты, правда, только бихолдеров накупила. Этих самых гарпий не взяла. Префектуру ставь. Нужны деньги. Нужны деньги. Если денежки не поставить на поток, они обязательно кончатся. Угу. Что, мне еще ставить? У меня денег больше нету. А, только одно здание вход. А, точно, я забыла про это. Все? Все. Так, ходит Евгений. Передай. И отдай мне чат. Да, такая... Перекидывание чатом. Так, здесь мы можем потерять еще... Фильм Тянчика, блин, у меня нет. На стриме кто-то засел. Ты можешь, в принципе, читать не все. Да можешь, я... В принципе, на самом деле, ты можешь даже с планшета открыть эти комментарии. Вот. И тогда у тебя будет полная свобода. Полная свобода. И у меня не становится там ничего. Так только браузер же нужен. Я думаю, браузер у тебя все-таки на планшете найдется. Еще из супергеройской темы мне нравится сериал «Молния» 90-го года. Там такая классная главная героиня, профессор, а главный герой стал отцом нового «Молнии» недавно вышедшим сериалом. Хоть запятые бы ставили, я бы... А «Молния» — это в смысле «Флэша» имеется в виду? Да, я вот тоже не очень поняла. Что слово «Молния» у меня с отечественным супергеройским фильмом «Черная молния» ассоциируется. Но он, конечно, был, ну, наверное, не самый плохой фильм. Но меня большого восторга, прям скажем, не вызвал. Мне не понравилось. Как-то так. Мышку? Так, я иду в город, а где мы? Жизнь отстой, запомните все. Только ты сначала вот подбери здесь, и если в садик не ходил, то сходи в садик. В садик не ходили. Да-да-да, сначала сюда. Как-то он... В садик... Сначала ты попадаешь в лагерь наемников, потом в садик, а потом в город. Да. В конечном итоге на кладбище. Вот такая грустняшка. Бабло, однозначно. Всегда бабло. Ну, не всегда, но на первых этапах это абсолютно точно всегда. Так, куда мне пойти? А, просто куда-нибудь попасись здесь вокруг. Неважно где. Чтобы у тебя второй герой. Вот я прям даже реально не знаю, кого тебе из них пробивать. Там оба хуже. Оба тебе лучника зареспилось на переходе. Кого строить? А, к муниципалитету гильдию строй. Гильдия магов первого левела. Выше. Вот она. Сейчас как раз у тебя герой придет в город, пополнит войска, купит заклинаницы. А вот так делать не надо, потому что... Я это... поняла. Я больше не буду. Очень хотелось. Ну ладно. Так. Что? Я построила. Да. Все. Все. Постройка завершена. Я все. О, слушай, да, это интересный концепт. Мы обмениваемся чат на мышку, мышка на чат. Да. В этом что-то есть. Вообще, стрим хатсит — это довольно интересное впечатление. Спасибо вам, дорогие зрители, что в свое время попросили, чтобы появился соведущий. Это крайне интересный опыт. Вот я не говорю уже за результат, потому что его еще нет. Я говорю вот конкретно за процесс. Мне уже очень классно. И все это исключительно благодаря вот тому, давайте что вы когда-нибудь постримим сказали. Любовь. Господи. Как постримить любовь? Twitch 2, как постримить любовь? Ой, фу! Давайте постримим трэш. Так интересней. Я боюсь, по правилам Твича особо трэш стримить нельзя. Вот, можно о нем разговаривать, можно его восхвалять. Чат лезла. Я чат лезла, да. Я его читаю и пытаюсь его найти. Вот. О. Вроде я поправил разрешение, но не до конца. Сейчас вот. Как-то да. Вроде бы жить можно. А, я сломала все, да? Ну, не все, но да. Некоторые проблемы были. Так. Оп. Забираем чат. Ай, чат! Иди сюда. У меня мышку. Героя хорошо прокачать магию... А, надо только сюда кликнуть. Ага.
Куда-сюда? Не, ну просто это окошко переключилось, пока я чат двигал. Так, я этим. Да, ты идешь в город, заходишь там в гильдию магии. Где она? А, вон торчит, да-да-да. Вот это с куполами, и покупаешь здесь себе книжку. Тебе ускорение дали, это хорошо. И стрелу волшебную. Все, я ничего не покупаю. Не-не-не, ты просто зашла и выучила. Ага, отлично. Так, теперь стой, сначала строительство в данной ситуации, потому что здесь мы можем себе построить новых лучников. Вот этих? Да. Это лучники? Да. Скупай там всех, кто у тебя на корню есть. Вот, кстати, смотри, сразу можно всех покупать. Тоже такой фильм. Да. Это тоже понятно. Вот, теперь на покупку. Вот, есть вот здесь вот, в форте можно сразу... Точно. О, господи, ну, дракончики мои любимые. 2016 год. Игромания играет в игру 99 года. Вокруг выходят классные игры. Дальше идет перечень классных игр. А потом комментарий, что они играют в говно мамонта. На самом деле, если мне не изменяет память, Рок Бездны вышел где-то года два тому назад. Так что вот к категории мамонтовых фекалий отнести эту игру я не могу никак. Так, этих у тебя покуплены уже, тебе нужно... Да, вот здесь вот троглодитов. Ну и как мне всех купить сразу за раз? Все, вот, купила. Спасибо. Женя учит Сашу играть в героев, Саша разъясняет за кино. Лепота. Спасибо. Вот совершенно просто, четко совершенно озвучен концепт вот данной передачи. Да? Просто, ребят, вот круче не сформулируешь. Так любовь тоже стримить нельзя, говорят. Да, любовь. Слушай, ведь правда, когда стримит любовь, это немножко другое уже. Пойду-ка я вот сюда схожу. Нет, я тут уже была. Куда-то не туда пошла. Мне бить этих или не бить? Так, их 20-49, а наверху, которые гоги торчат, их сколько? И как я их... Да, лучше магогу вали. Пока до них доберусь. Ну, пройдет пара ходов, а я успею почитать чат. А, свежевыжатый любовный трэш. Вот это, по-моему, просто комментарий дня про свежевыжатый любовный трэш. Это круто! Так, а кто кинул? Солид Снег. Отличный комментарий, Солид Снег. Какой козырный фильм был «Фантом», по нему потом еще мультсериал забабахали. Кстати, не помню фильм «Фантом». Ты помнишь фильм «Фантом»? Не Может, помню, зрители ребят. Придумывают эти фильмы? Не, просто это невозможно посмотреть все, помнить все, и я могу, честно... вспомнить это, когда пойду домой, и такая, это же тот фильм, боже мой. Но... Может быть, действительно, тогда они были не в официальных переводах, и поэтому... Например, фильм, помнишь, был такой фильм, который позднее переводили в «Осаде», а сначала его крутили по ящику как «Захват», «Захват 2. Территория тьмы». Да, да. И я его до сих пор помню в основном как «Захват». Да, и Стивен Сигал тогда действительно рулил. А сейчас он морковку лопает. Ну, морковка полезная. Ну, да. Так. Вперед, мои верные рыбки. Да, бейте их по лицу своими хвостиками. Ну, герои — это очень добрая игра. Да. Так, ящик, подбираем ящик. О! Здесь охраняют железные големы ртуть. Это прям хорошо, это хорошая новость. Потому что мы можем себе позволить их побить. У Стивена Сигала все фильмы идут друг на друга похоже. Ну... Это ж замечательно. Это стабильность, признак мастерства. Я больше могу сказать. Я еще одного актера боевиков знаю, у которого почти все фильмы один на другой похожи. И это для меня скорее плюс, потому что я могу прийти вечером. Я знаю, что я хочу отдохнуть. Я хочу вот фильм, вот такой же, как я смотрел примерно на прошлых выходных, и вот без серьезных изменений. И я могу включить вот фильм этого актера и получить то, что я желаю. По-моему, это просто чудесно. Да. Ну, еще один режиссер «Признак стабильности», это, кстати, с уважением будет сказано, это Вуди Аллен. Смотрел Вуди Аллен? Нет.
Это мой страшный косяк. Я знаю, что он гений, что он снял восхитительный фильм «Жасмин», что на нем держится план кинематографа. Но нет, у меня не дошли до него руки, потому что раньше я считал, что он такой девочковый режиссер, и... а я был таким брутальным мальчиком, которого все в школе били. Вот. Поэтому я бы идеально не смотрел. А сейчас, как бы, а сейчас оглядываюсь назад, понимаю, что я жил зря, но времени все равно уже нету. Не хватает ни на что. Ох, Вуди Аллен. Да ты даже не смотрел все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить. Неа. Он же растаскан на цитаты. Вот, кстати, никогда не слышал, чтобы кто-нибудь цитировал этот фильм. Ну, может, то есть я, конечно, слышал цитат, но не понимал, что оттуда, но... Логично, если ты его не смотрел. Ну, нет, некоторые цитаты из фильмов, которые я не смотрел, я знал. Это хорошо. Нет, я когда-то себе задалась целью пересмотреть всего Вуди Аллена. И на тот момент, это было лет 5 назад, я посмотрела 49 фильмов. Ой, а что так много-то? Ну, вот так. Подождите, 49, нет, чуть-чуть. 41, и мне было 41 фильм, простите. Сейчас, наверное, уже что-то прибавилось. Да, он снимает каждый год одно и то же кино. Но какое кино? А, я бью, да? Да, ты бьешь. Только не меня, вот его. Спрашивают игромания, почему много кто хейтит экранизацию «Двойного дракона» с Дакаскасом? Мне фильм в детстве очень нравился. Вот. Не слышала ни про фильм, ни про хейтеров. Вот. Ты вот смотрел? Нет, не смотрел, но и хейта не слышал. Вот. Как-то, видимо, это просто вот «Горизонт Оверлайн», это, видимо, какое-то ваше... А окружение его хейтит, как бы. Мы с такой проблемой не сталкивались. Попробуйте перезагрузить ваше окружение. Возможно, проблема исчезнет. Вот, кстати, когда ты против таких ребят сражаешься, рядом войска просто не ставь. Они площадной атакой бьют. Достается всем и сразу. Ну, а что ж ты мне раньше ты это не сказал? Ну, извини, я немножко. Ну ладно, я сейчас разберусь. Там комменты пишут: пожалуйста, не надо Вуди Аллена. О, а да, вы зря, Вуди ребята. Вуди Аллена хейтеры пришли. Вуди Аллен для баб, ванили скукота. То есть вы любите, если вы любите трэш, посмотрите самый первый фильм Вуди Аллена. Я даже рассказывать не буду, что там, но это Александра, хорошо. Человек с загадкой. Что снял Вуди Аллен в первую... Какова была первая работа Вуди Аллена? Не-не-не-не-не, посмотрите. Это... человек, который может со средствами диалогов сделать смешно. Это же Квентин Тарантино. Нет, не только Квентин Тарантино. Нет, не только. Ну ладно, шучу, конечно. Так, я про куда... то, что Вуди Аллен с диалогами, а ползи вверх просто. А тут как бы дорожка из препятствий, и вот там волк сверху затыкает. Я не уверен, что тебе сейчас стоит идти его лупить. Лучше, наверное, крестьянину там он костылять, который сверху. «Во всем виновата она!» — доверительно подмигивая, сообщают крестьянин. Потом он бросается на вас с вилами. Похоже, он просто не в себе. Так, тут, видишь, прям жирно выделено слово «она». Она, да. Она. Опа-опа. Это чисто твой выход. Так, вот так попасть рукой не надо, актив когда попадают. Она. Что за она? Вот так вот. О чем вообще речь? Опять возвращаемся в 70-е. 80-е, простите, 80-е. Немножко перепутала. И вспоминаем, как становился трэш. И какие там фильмы были. Какие ты помнишь культовые фильмы из 80-х? «Охотники с привидениями» вроде из того периода, да? Ну да, ну более такое в жесткость, в... жесткость, я даже не знаю, как больше сказать. Робокоп был такой брутальный. Вот, там было прям настолько брутальный, что мне было неприятно. Когда там из пулемета расстреливали человека в упор. Ну, робот. Как... Да, неприятно. Но режиссер этого фильма, которому сейчас 78 лет. Чувак, который снял «Звездный десант», ему сейчас 78. Да, Пол Верховен. Он стар, он очень стар. Он это не мешает ему снимать хорошее кино, которое выходит вот буквально скоро.
буквально 22 сентября. И что же это за хорошее кино? Она. Психологический трейлер. Сюжет. Женщина. Ну, такая в возрасте женщина, директор крупной компании по разработке игр. О, то есть геймеры уже сразу целевая аудитория фильма. Хорошо. Но на самом деле не целевая аудитория фильма, потому что это психологический трейлер. И завязка, как я поняла, сразу же тебе вкидывают кучу информации. Ее дома, когда она находится дома, врывается маньяк и насилует ее. И она не обращается в полицию. Почему? Хороший вопрос. Наверное, мы ответим на него, когда посмотрим этот фильм. И она ищет его сама. Потому что она дочь маньяка, серийного убийцы. Вот так вот. Крутой заворот. Я думаю, уже что интересно. Это очень интересно. Это должно быть прямо... Это милая женщина. Вот, кстати, не Робокопа мы покажем, а милую женщину. Которая ищет своего насильника. Мне кажется, что чтобы это будет... Чтобы что? Заплатить, поцеловать, убить? Какова ее цель? Отомстить, я думаю. Но женщины вообще намного способны. Когда у них есть вот это вот в голове месть, она же годами может. На эту тему был же фильм, ремейк был недавно, и даже, по-моему, с продолжением «Я плюю на ваши могилы». Да. Вот это, по-моему, в той же тематике. Но здесь будет Пол Верховен, и здесь вот есть такой крутой, я так понимаю, заворот в виде ее отца, ее наследия. Ее наследие, да, отца, который, соответственно, был знаменитым серийным убийцей. А кого он мочил, там не сказано? Известно? Нет, там неизвестно, кого он мочил, я думаю, что это будет так вот из серии, преамбула такая, вот, атмосфера, что вот был такой. Так что посмотрим, я очень жду. Я думаю, что, ну, во-первых, Пол Верховену надо посмотреть в любом случае. Он не так часто появляется и не так часто что-то делает. По-моему, последний его фильм был «Черная книга», если не ошибаюсь. Да, возможно. И это было сколько-то лет назад. По-моему, лет 5-6, если не как-то больше, вот да. Так. Поэтому смотрите фильм «Она». Причем забавное название перекликается с тем фильмом, который вышел позапрошлом году, где мужчина влюбился в компьютер. Да, хороший был фильм. Отличный просто. Ну, миленький. Миленький фильм. Ну да. Не, он очень легкий, атмосферный, но, ну, как бы, я его посмотрела, да, клево, и забыла. Вот. Новый «Робокоп» выходил, я чуть не блеванул, когда «Робокоп» доспехи снял. Если честно, новый «Робокоп» мне очень не понравился, потому что там убивается вся основная фишка. В новом «Робокопе» «Робокоп» фактически... А что ты делаешь расстановку такой? Это маньяк несчастный, маньяк убийца. Несчастный убийца. Понимаешь, у тебя целая армия, ты генерал, там какой-то маньяк на тебя с вилами нападает. Что ты с ним церемонишь? Такую тактическую расстановку делаешь. Зачем? Практикуюсь, блин. Ну, ой. Так, так, слушай, а зайди в героя, кликни на него там пару раз. Нет, это ты. Вот, давай переставим войска, давай скинем. Я лучников по краям ставлю всегда, ну, чтобы они в углу зажимались. И, например, можно гарпий. Не, хотя гарпий, ладно, пусть будут единым слотом. Давай раскидаем тебе этих. Смотри, в самые крайние слоты их пихай. Да, и... Я поняла. Да. А вот теперь смотри, я нажимаю Ctrl, вот, и просто кликай на этих орлов. Тыц-тыц-тыц, они будут дробиться. Так. Хорошо. Пойду в башенку схожу, да? Мне не надо бить этих грифонов. Вообще они шахту охраняют с кристаллами. Кристаллы... Даже если тебе они не пригодятся, мне точно пригодятся. Мы же все-таки союзники, мы должны помогать друг другу. Хорошо. Ну что, побить их или не побить? Подеремся! Да давай подерюсь, конечно. Шахта дело такое. Один раз взяла, и дальше она тебе ресурсы приносит. Они сами ко мне прилетят, или мне все-таки тактическую расстановку делать? Лучше закрыть лучников, загнать их в угол, застроить. Вообще, кстати, а хватит ли тебе сил на такую армию? Что-то а вот я испарилась. Тебя об этом не спрашивала. Что-то просто как-то у тебя больше было войск, я помню. Может, они разбежались. В ужасе, в панике. Ужасе. Зачем ты бросаешь свою главную силу в чистом поле без... Что произошло? Нет, назад.
Ух ты, подожди. А тут так можно? Что? Слушай, а я не знал реально. Я все время тыкал следующий отряд, а тут, оказывается, можно просто выбрать. Вот, ребят, каноническая ситуация. Ты берешь, сажаешь человека, который вот давно не играл, он берет, читает, грубо говоря, инструкцию по применению. Я не читал инструкцию по применению. Ну, условно говоря. И обнаруживает как бы некую вещь, которая, ну, в общем-то, должна быть, наверное, общеизвестна, но ты как лох ее забыл. А человек тебя просто вот... Так что Саша, сегодняшний герой нашей передачи, она меня научила новому приему. Отлично. Так, дальше... А дальше я просру. Ну, мы постараемся этого избежать. Начинай. Так, у тебя есть магия. У тебя есть шмагия. Да, давай стрелой мочи. Кого? Ну, например, любую из этих пятерок. Просто мочи, бей его. Видишь, уже 4 грифона стало. Так, это, я думаю, просто в блок поставить. И стреляй по пятерке. Тоже. Угу. Этого мы тоже... Этих всех мы, собственно, сейчас... Вот это вот переставь вот сюда. Да. Угу. Так, вот гарпия. Бей. Отлично, сдох. Стреляй, да, по этим. По четверке, которая на гарпии напала. Стоять. Эти все у тебя стоят, как бы держат удар. Я думаю, их подтащить все-таки. Давай подождем. Понятно. Просто переждем, чтобы у нас был... Тройку, да. Стреляй по тройке, а этим по четверке. Правильно все делаешь. Этот стоит, боится. Этот стоит. А вот этим уже бей двойку, да. Тринк. Что-то меня как-то карамсают меня. Стреляй. И добивай. Ну, все. Четыре этих самых. Три гарпия, один лошок. Базовую мудрость бери. Мудрости лишней не бывает. Ну а чё, я отвоевала твои кристаллы. Ну, пока это твои кристаллы. Да, сходи сюда, подкачай себе защиту, она будет не лишняя. А вон там можно попить будет водички, после того, как гномом рога со шлемов обломаешь. Хотя пятый день я бы тебе сейчас посоветовал бы потихонечку разворачиваться назад за подкреплением. А тут побегать, поразведывать вторым героем, побегать наверх, поразведывать, что там происходит. Да, здесь можно сначала взять камень, это правильное решение. Он, по-моему, уже его взял когда-то, а не взял. Нет. Базовую магию воздуха, тут это, конечно, вообще ни на что не влияет, но пусть будет. Все, я убежала. А, почти все, почти убежала. Да. Ой, я что-то чат давно не смотрел. Саша нос не видно, пишет. Ну да. Сейчас Леха мне сказал. Что я строю? Так, логово мантикор. Это просто вот, да, ты останешься без денег, но ты останешься с мантикорами. Очень, очень крутые ребята. А у меня денег нет, да? Не, есть 3 штуки, но ты пока их прибереги. Хорошо. Отдаю управление, забираю чат. Да. Что-то я прям все вот... Вот сидишь ты, и я как-то втыкаюсь в твою игру вместо того, чтобы почитывать чат. Просто беда у меня. Слышал, нас не видно. Ну да. А, кстати, насчет чата сейчас будет немножко не чат. В этой хижине живет ведьма. Возможно, она родом из Блэр. Это мы не просто так наткнулись тут на хижину ведьмы из Блэр. Все дело в том, что вышел трейлер к фильму продолжению. Да. Оригинальной ведьмы из Блэр. Правда, стоит отметить, наверное... в лесу Блэкхилл. Да, может, не так громко. Ну, без трейлера. Думаю, что это моя сестра. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ты правда веришь, что твоя сестра один вопрос, зачем? Там? Если есть малейший шанс выяснить, зачем? Что с ней случилось, продолжать я должен попытаться. Ну, она была страшная, легенде, она была крутой, она стала И все, надо закончить, завершить. Не вот веришь, оно, поставили на полочку идеальное произведение. А вообще-то там уже выходила вторая часть. Да, я знаю. Ужасный. Кошмарный. Но в плохом смысле. Да, в смысле не ужас, а просто как фильм. Мы ходим кругами. Кто смотрел «Ведьму из Блэр», помнит, что это было страшно. Это было интересно, безумно, и... Давай посмотрим этот трейлер. Это все ты! Ну, давай. О, боже!
девочки, кстати, довольно красивые. Сюда, скорее! Ты ментор профессиональный. Беготня в лесу, ползание в лужах. Я даже представляю, как это снималось, знаешь, что куча осветительных приборов рядом стоит. Засыпали девочку грязью. Я нажму. А все остальные там ходят. Живут рядом там. Почему они должны встать в угол и не смотреть? В чем прикол? Кто? Ну вот там крик такой. Встань в угол и не смотри. Простите меня. Типа, ведьме в глаза нельзя смотреть? Она как этот... Как Медуза Горгона. Слендер, как Слендер. Не знаю, я ужасаюсь. Я не понимаю, на самом деле, зачем это надо. И... У меня есть ощущение, что просто люди, которые хотят срубить от популярности еще своего чего-то. Откусить кусок. Фуфло, пишут люди. Я согласна. Фуфло. А еще они говорят, что это кинцо, снятое на iPhone. Точно! Это просто дорогая реклама айфона. Все, мы все поняли, ребята. Не, но и если... новый логотип Apple, там будет, короче, вот как раз логотип вот этой ведьмы из Блэр. Да. Вот мы думали, что это будет логотип Quake, но нет, это будет логотип ведьмы из Блэр. И вся сатанинская сущность Apple наконец-то проявится. Ну, я... ладно, хорошо. Ты не любитель Apple. Я люблю айфоны и айпады. Вот. Отличная. iOS 10 просто отличная, восхитительная. 9 пока. Будет десятка скоро. Отличная операционная система, удобная, классная. На маках настольных работать вообще просто вот не мое. Мы на черном экране сидим слегка. Спасибо, то я как-то, да, в игру вошел и не переключился. Так, значит, я, собственно, посетил хижину ведьмы, которая нам трейлер показывала про себя. Здесь базовый мистицизм валялся. Ну, не худшее, что могло произойти. Здесь мог быть какой-нибудь орлиный взор. О, тут, смотри, двое охраняют, а я тут просто как-то огородами прошел и взял офигенский артефакт. Это просто это один из лучших артефактов в игре. Ожерелье стремительности. Значит, смотри, что делает. Все войска плюс одну клеточку уходят. Это мега-чит просто. Так, и теперь нам надо идти кого-нибудь бить. Здесь есть жрица морей. Что там? Одинокая. Девушка, с вами можно познакомиться? Нет? Значит, если одна девушка стоит обычно... Вы натыкаетесь на девушку в слезах. Она рассказывает, как была служанкой у могущественного чародея и в какой-то момент решила выпить магический эликсир. Теперь в нее вселился дух феминизма, который заставляет ее нападать на каждого проходящего мимо мужчину. Впрочем, не обязательно мужчину. Что, феминистки на женщин тоже нападают, по-твоему? Да, бывает. Согласна. Правда, пока не попадала, слава богу. Мне кажется, что это страшно. Понимаешь, на самом деле ненависть, она, ну, штука такая, не очень разборчивая в объектах. Лишь бы причину найти. Ну, кстати, да. Я думаю, что раз она сказала про служанку, нам тоже следует. Нам тоже нужно поговорить про служанку. Ой, я почему у нас вот этот кадр? Какая разница? Это же все равно, что служанка. А, логично. Буквально... А когда у нас 26-е было? 4-5 дней назад. Просто говори, буквально 26 августа. Буквально 26 августа у нас вышел фильм. Фильм, снятый в Южной Корее. Я его вот прям побегу смотреть, потому что мне кажется, что это должно быть очень-очень-очень круто. Южная Корея, это напомню, это вот это там... не Северная. Это понятно. Это там, где играют в StarCraft, и это там, где сняли Олдбоя. Да, и, кстати... Очень классный фильм. Олдбой. Да. Это служанку снял этот же режиссер. Вот это поворот. Олдбой, если вы помните... Очень понравился Квентину Тарантино. Да, это любимейший его фильм, насколько я помню. Он хотел его на... Он прям продвигал его на, господи, «Пальмовый ветвь». Прям очень хотел, чтобы он получил, но ему не хватило одного голоса. Ну, трешачок тот еще. Это хорошее кино, это прям хорошее. Да, про отрезание языка ножницами, как сейчас помню. Ну, в остальном фильм был классный, да. И что? А, вот, и он снял новый фильм.
И там не олдбой, далеко. Это достаточно специфически, как в трейлере написано, психологическо-эротический фильм. Трейлер. Простите. Да. Что там будет, это будет очень интересно, потому что по анонсам там напихано все. И если это расставлено по полочкам и сделано красиво, а по сути по кадрам это сделано очень красиво, то есть это Южная Корея 30-х годов, оккупанты, молодая мошенница, которая карманница, она нанимается к богатой наследнице рода, притворяясь служанкой из деревни, ну, такой деревенщиной. В общем, что ей нужна работа, и вот, пожалуйста. А ее компаньон пытается эту богатую наследницу женить. А богатая наследница тоже не лыком шита. Она там сидит у дяди в затворках и хочет из них выбраться. И самый, мне кажется, его будет обиднее всего и жальче, это дядю, который никем не притворяется и собирает себе все... как это называется, это все всякие культура, особенности, вот эти вот... Черты? Да, черты. Ну, короче, он очень коллекционирует культуру оккупантов. Вот, это же оккупированные 30-е годы, когда... он занимается изучением тех, кто их оккупировал, и как проникает в их культуру. Ну, вот да, он коллекционированием. Вот, я вспомнила это слово. Большой поклонник культуры оккупантов, особенно порнографической. Короче, это будет такой замес. А кто Корею оккупировал в 30-х? Сейчас скажу. Японцами. Японцами, да? Японцами. 30-е годы, оккупированная японцами Корея. Просто вот эта вот вся история, где все за кого-то дружку выдают, я так тебя слушаю, у меня в голове сама по себе музыка начинает играть. Та-та-та-та из Санта-Барбары. Ну, возможно, но на самом деле, мне кажется, что учитывая, что это Корея, там будет гораздо интереснее. И... и если это будет похоже на какой-то вот тонкий-тонкий хитрое плетение, причем это же все-таки психологический трейлер будет. Я очень хочу посмотреть, очень, ну, буквально, наверное, побегу на выходных, постараюсь, по крайней мере, когда права получу, наконец. Права на просмотр фильмов? Да. У меня осталась только корочка. Я сдала на все, осталась только корочка. О, поздравляю. Да. И... если кто-то смотрел «Разрисованную вуаль», я не помню режиссера, значит, это не особо важно, но там играет Эдвард Нортон с Эммой Уотсон. Ух ты. Да, это красивый фильм. Он действительно красивый, и он сделан по рассказу Маэма «Какой-то там узор». Не помню, они просто различались названия. «Разрисованную вуаль» я запомнила, потому что я ее посмотрела. Очень красиво. Там Китай... тоже начало 30-х годов, и вот они приезжают, англичане приезжают в Китай, и там они, и там вот история, вот эта вся завязана. Правда, у Маэма это как раз расцвет эмансипирования, там вот он за то, чтобы как раз феминистки вперед. Вот, а в «Разрисованной вуали», то есть в фильме, там немножко больше на семью направлено, мне кажется, гораздо приятнее акцент, то есть он смещен, и круто. Ну и плюс, я очень люблю Эдварда Нортона. Это один из лучших актеров, и он очень красивый. Вот. Красивый актер. А как же Том Хиддлстон? А мне как-то... я вообще не понимаю, почему он так вот все... у меня подруги все поклонятся Тома Хиддлстона. Ну, окей, да, неплохо, но мне кажется, что Нортон лучше. Психологический порнографический фильм. Да. Это так и будет. Дайте две, как говорится. Странно, что нам еще в чат этого никто не написал. Так, ну, от корейского кино к следующему ходу, Саша. А, да. Так, читаем. А, вопрос. Саша, ты феминистка? Нет, я уже говорила об этом, то, что я не люблю феминисток, и, наверное, они меня будут бить, но я действительно не понимаю этого. Выпячивание... а куда мне идти-то? А, в город. А, я в город иду, да. Направляйся, да. Слушай, а я же могла обменяться. Ну, кем? Ладно. С чем? Кем? Героем. А этот идет собирать все. А, нет, он идет просто наверх посмотреть, что там творится. Вот туда? Да.
Собирать ему пока здесь особо нечего. Прокачивать его здесь смысла нет, потому что это за деньги. А-а, это за деньги? Да, это за 1000 монет, поэтому ну нафиг. Лучше посмотреть. Во, у тебя тут, смотри, у тебя тут золотая шахта. Сейчас сделаешь наем, надо будет ее идти брать. Тут маги ее стерегут. Ага. Вот, кстати, может, там можно подобрать, мимо них прошмыгнув золото, посмотри. Нет, не получится. Нельзя, да. Как мне в город попасть? А, просто вот здесь кликни на него 2 раза. Ай! И еще раз. Отлично. Хорошо, и что я строю? Так, посмотри, что тебе не хватает до муниципали... А, тебе не хватает кузницы и рынка, значит, ты не успеешь. Да, пусть будет рынок. Полезная штука, мы сможем, например, ресурсами обмениваться. Может, я кого-нибудь куплю? Нет, не надо. Подожди, наема. Тебе сейчас денежки понадобятся. Хорошо. Так, чтобы мантикорок взять, лучников взять, а больше ни на кого, наверное, и не хватит. Отдай мне что-то. Я знаю, что я могла открыть его, но ну, вот мне тут удобнее. А, поздравляю, Саша, это, наверное, по поводу прав. Спасибо. Мне осталось получить, да, только корочку, и это какой-то хелл. Наша, как это называется-то, бюрократия, как у Кафки. Это не истинное корейское кино, импорт. Главная идея опущена ради западных стандартов, убожества, в общем. Не факт. А что вы понимаете под истинным корейским кино? Вот расскажите мне, кто именно это? Пошли вопросы. Ну, мне действительно тонкие. Очень интересно. Ну, как бы, кто? Кто, по мнению зрителей, истинное корейское кино? А потом в середине фильма появится Псай и поет Гангнам Стайл. Ну, 30-е годы. Ну, кстати, с учетом того, что у них там тоже, в принципе, такая не совсем молодежь, но более-менее золотая, это довольно логично было бы. Ну да, с карманниками. Отдай мне мои комментарии. Ай-яй-яй. Оп. «Ванильное небо» — красивый фильм. Там Пенелопа Крус няшка. Тебе нравится Пенелопа Крус? Чайно пытаюсь вспомнить, кто это. Нет, Тома Круза я хорошо помню, а Пенелопа Круза... Они не родственники. Я понимаю, да. Сейчас, ну что-то меня клинит, я не могу сообразить, кто это. Играют здесь. Да ладно, окей. Спрашивают, на одном ли мы компьютере ностальгируем. Да, мы сейчас за одним компьютером сидим и просто перебрасываемся мышкой. Соответственно, я меняю мышку на чат и обратно. А почему у меня никто не растет? А потому что у тебя 7-й день, а растут они в понедельник. Ну, можешь купить, да, порадовать себя. Конечно, я порадую себя. Ну, я бы больше пока денежку не тратил, наверное. У меня нет войск. Да, ну вот тебе надо их на следующий ход купить. Ну, чё, я тебе даже смогу денежек прислать. Чего бы мне построить-то? А построй... Ну, вообще тебе кузница нужна, чтобы потом на муниципалитет идти. Но 1000 монет сейчас тратить довольно в твоей финансовой ситуации. Тебе войска на следующий ход заменять. Я бы тебе посоветовал пока ничего не тратить. Хорошо, я не буду ничего тратить. И я достаточно... И чё? И здесь вы... Тут уже шахты взяты. Ну, тут пока особо, да, нечего вторым героям делать. Можешь, сюда. Да, вот, да, сюда пройти. Тебе сейчас главное получить войска на следующий ход. Хорошо. Ну так. Вот так вот, отобрали часть. Так, население выросло, отлично. У меня выросло население. А, надо было тебя попросить прислать мне кристаллов. Потому что у меня 0 кристаллов, а они мне нужны как воздух. Ну ладно. Саша, не прячь нос. Ну, да, я вываливаюсь из камеры. А ты попробуй чуть-чуть похимичить с камерой. Вот только чтобы моя рука, наверное, не совсем так полилась. Ну, да. Вообще можно попробовать подумать на следующий стрим что-нибудь типа общей камеры. Ну, я не знаю, насколько у нее серьезный охват. Тоже сжаться друг к дружке не очень охота. «Ванильное небо». «Ванильное небо». Сейчас я вспомню с Пенелопой Круз. Нет, это с Томом Крузом «Ванильное небо» же. Я тоже не могу вспомнить, как выглядит Пенелопа Круз. Вспоминается только, что какая-то блондинка. Она не блондинка, ребят. Слушай, а давай погуглим просто и покажем картинку Пенелопы Круз всем. По-
пожалуйста. Я, кстати, очень удивляюсь, что вы не помните Пенелопу Крус, потому что кто-то мне последнее в редакции говорил, что вау, какая женщина. Я ее не люблю. Она похожа на Сальму Хайек, кстати, если кто-то помнит, но ее я тоже не люблю. А, так вот, ты просто женщину не любишь. Нет, почему? Не только феминисток. Нет, мне очень нравится Эмили Блант. Она красивая. Кстати, у нее скоро новый фильм будет. Эмили Блант. Это «Грани будущего» с Томом Крузом. А, все, вот. Вот теперь я вспомнил, о ком речь. Да. «Грань будущего» такая сильная, хорошая актриса. Она в «Чернявках», она же в «Пиратах» четвертых была. Да, да, это тоже та же Пенелопа Круз. Ну, в смысле, единственная. А, вот, женщина, которая в «Пиратах» четвертых играла, это я помню. У нас вот это вот болтается, да, в середине экрана? Не знаю, вряд ли. Хорошо. Так, а что я делаю-то тут? А ты здесь... Ой, я тебе забыл денег прислать. Фу. А я тебе... Давай я тебе кристаллы пришлю. Как это делается? Да, очень... Смотри, заходишь на рынок. На рынок. А, вот сюда, в эту вкладочку. А, мой цвет оранжевый. Красному не надо. Красный не с нами. И штучек 5 отсыпь. Да, красный... Не-не-не, вот сначала на руку. Ага. Уолтер Уайт прислал вам красных кристаллов. Как тебе, кстати? Breaking Bad? Да. Я досмотрел, наконец-то. У меня же была в чем проблема. Ой, я их покупаю же, да? Да, покупай. Покупай их, покупай глаза и покупай Мантикор. Вряд ли у тебя еще на кого-то деньги останутся. Как их всех-то? Вот, вот, вот точно. И Мантикор теперь. Вот они. И чуть-чуть не хватает. Ну, ладно. Кстати, сколько тебе там... А, тебе чуть не снимай, нет, не хватает, это, кстати, много. Ну, ладно. Вот, я досмотрел наконец-то, потому что на третьем сезоне я в какой-то момент сломался, мне стало очень скучно. Вот, я на третьем сломалась. А потом мне брат говорит, слушай, в общем, ты как раз вот самый тяжелый рубеж не смог преодолеть, там дальше все прям хорошо, классно, интересно, а последний сезон там вообще супер. Но верю. Я послушался... Посмотрел. Да! Да? Вот финал. Я очень боялся, что они сольют финал Breaking Bad, как это было, например, с Декстером. Нет. Там финал такой, какой должен быть. Тебе понравился Декстер? Сериал Декстер? Да. Все, кроме последнего 1-2 сезонов, было отлично. Ну, мне просто не понравился. Как бы не мое. Причем даже у меня Леха смотрел, который, по идее, его же тема должна была быть, но тоже не зацепило. Просто не цепануло. Так, куда я иду-то этим? Этот лошок пока пасется у тебя. Можешь его просто вообще поставить в палатку, и он тебя не будет трогать. Не беспокоиться. Так, ну в городе тебе не, ничего не построить уже, да. Отдай мне чат. Чат отобрали. Впрочем, я смотрел не на него, а на экран. Сальма Хайек вообще шикарная «От заката до рассвета», то, что я увидела. «От заката до рассвета» сам по себе хороший, без Сальмы Хайек, я так считаю. А кого она там играла, подожди? Эту певицу, что ли? Или наоборот, девочка? Какая разница? Все на секунду. Ой, я зачем-то с ним стал драться, хотя я мог... «Грань будущего дно». Ну, ребят, это проходящий... Просто... Какой проходящий-то? Не то, что боевик. Ну, экшен. Ну, одноразовый, да, фильм, он... День сурка с боевыми сценами. Ну, да, да. Нет, ну, кстати, он не... Я не могу сказать, что он дно. Он не дно. Он не супер-пупер. Просто про него говорили, что это там откровение, фильм года, вот, надо всем посмотреть. Но это не так. Ну, это просто проходящий такой середнячок. Не блевотный фильм, ни разу. Мне нравится фильм Сальмы Хайек и Мэтью Перри. Только не помню, как он называется. Я тоже не помню. Сетяшки. Кристаллики. Кристаллики. Ура. Мы нашли кристаллики. Это хорошо. Извини, это мои маленькие героические радости. Нет, с вами я драться не буду, вы злобные лучники. Отдайте свои кристаллы. Горгоны. Что горгоны стерегут? Смотри, тут мечик, мечик, мечик. Так, меч правосудия. 19 горгон. Ой, меня сейчас это закидают. Всем не нравится то, что... Всем нравится Сальма Хайек, в общем. Ну, ребят, у каждого свои вкусы. Мне нравится женщина потоньше. Потоньше? Да.
Ой, я дебил. Я был в городе, я не купил книжку. А что думаете по поводу 3D-перехода второго Терминатора? Как-никак 25 лет фильму стукнуло. В смысле 3D-перехода? Что это имеется в виду? А там какую-то вроде 3D-версию выпускали по этому поводу. Возможно, на DVD. Плохо, плохо, плохо. Я считаю, что не надо трогать то, что хорошо. Не стоит это делать. Это неправильно. Не дрожьте руки. Берите руки от классики, в общем. Еще была такая козырная комедия, «Встречать Дилда» называется. Там Пол Уокер из «Форсажа», еще пацан, совсем веселое кинцо. Что-нибудь такое помнишь? Нет. И я. Слушай, может, наши... Я вот думаю, может быть, наши просто зрители нас троллят сейчас, специально какие-нибудь фильмы придумывают? Я, ну, не знаю. Мне кажется, что, ну, просто действительно невозможно посмотреть все. Да и не нужно смотреть все. Да, иногда не нужно смотреть все. Тяжело и, собственно, зачем? Печально. И печально, да. И засоряется мозг. Так, о, я готов тебе прислать денег. Давай мне денег, давай мне денег. Всегда заходи. Диктуй данные карточки. На тебе вот 3000. Титаник в 3D. Ребят, вы не киноманы. И, ну, как вам сказать? Если вы смотрите то, что не смотрим мы, а мы смотрим не то, что смотрите вы, то как это называется? Кто из нас не киноман? Титаник в 3D. Титаник в 3D, кстати, выходил вроде. Выходил, бы. Даже что-то насобирал. Но я не знаю. У меня дома DVD есть. И как бы, а зачем мне что-то еще? Зачем мне смотреть на это же в 3D? Просто, ну, «Титаник», да, культовый фильм, да, там для своего времени он был хорош и прям вот, ну... Он и сейчас безумно хорош. Вот просто, если ты сейчас начнешь гнать на «Титаник», я обижусь. Это... Ну... Я на нем в трех местах плачу стабильно. Я не плачу на «Титанике», черт, я... Чёрт. У тебя нет сердца! Да, у меня нет сердца. Ты должна бегать по студии и петь «Отпусти и забудь». Мам, дорогая, нет! Кстати, я твой ход. А, да, мой ход. Я там что-то я там делаю. Кого я убью-то здесь? Я вот к этим бегу, да? Да, потому что они храняют золотую шахту. А мне нужны деньги! Да. Этих надо пускать вперед. Этих тоже. В общем, всех гони вперед, тебе главное... Тебя они все равно будут стрелять по лучникам, к сожалению. А они попадут в них, если я их закрою, да? Все равно в любом случае. Да, это в других частях была механика, что можно было прикрывать. Титаник в 3D пускали, вроде удалось. Кому удалось-то? Титанику? Может, и удалось. Почему многим не нравится «Терминатор, да придет спаситель»? Это как которая часть? Который четвертый. Ну, потому что первые две были офигенные. Даже потому что третья, по сути, отчасти была офигенная. Если не рассматривать ее в общем каноне, а просто как забавный фанфик, она очень хорошо заходит. Ну, как можно фильмы не рассматривать не в общем каноне, если до этого было две очень крутых части и как забавный фанфик? Ну, как же? Ну, вот так легко, как... Был же, понимаешь, наснимали же у нас кучу фильмов про Бэтмена. А почему-то вот сейчас новые фильмы начинают выходить. Смотри, с фильмом про Бэтмена там своеобразная история, на самом деле. Там обычно, как это называется, короче, экранизация подписывается на три части одному режиссеру. Три части один режиссер снял, передаются дальше. И так было со всеми режиссерами. Поздравляю, ты выбила золотую шахту. Ура! Поэтому Бэтмен, у него, ну, то есть у него специфическое, типа, что-то типа контракта создания фильмов. Но это по-другому, не надо сравнивать Бэтмен и другие части. У них там своя структура, в общем. Что мне дальше-то делать? Да этих тоже убивай, наверное. А я их убью? Ну да, наверное. Доспешки нужны. Как они размазались. Магию подключать будешь. Ну, тут уже выводи гнола несчастного. И в драку. А, ускорь своих этих самых мантикор.
Да-да-да, вот на них ускорение положи. Ой, и нижнего, соответственно, становишься, а верхнего блочишь, да? Вот там. Оп. Верхнего мочишь. Угу. А этого центрального. Угу. И бежишь гнулым, а выстрел. Нет, теперь этим вот вверх пересаживаешься и бьешь верхнего. То есть между ними становишься, а надо было ударить при этом еще раз. Тройку лупи, они ближе всего стоят. Да, давай двойку сноси. Да. Ура, победа. Слушай, меня как-то подбили слегка. На самом деле очень легко, зато ты берешь доспехи чуда и сундук. Сундук. Сундук с деньгами. И у тебя 7 тысяч уже есть, больше здесь ничего интересного. Я пошла вниз за... Посмотри, может там эльфов мало, ты их убьешь. Нет, их много, лучше не стоит. До следующего найма лучше не стоит. Так, хорошо, что мне делать, В городе что-нибудь построить? А что-нибудь это что? Цитадель кузницы? Как вам сериал по вселенной Терминатора? Кузницу. Знаешь, я... Знаете, ребят, я начинал, вот как только он выходил, я его смотрел, он тогда еще у нас выходил на пиратских DVD, на каких-то... Мне очень не зашло. Это было как-то очень нудно. Я не очень понимал, что там происходит. Вот в общем. То есть я смотрю серию, я вроде понимаю, про что сюжет, но общий сюжет сериала у меня вообще никак не выстраивался. Я в итоге... Хроники Сары Коннор я просто бросил и никогда к ним уже не возвращался. Совершенно об этом не жалею. По-моему, это просто довольно плохой сериал. Вот, мне так кажется. Мне старые части Бэтмена не нравятся. Первая еще нормальная, дальше даже с Пингвином, Бяка лично для меня. То есть вам не нравится Бёртоновский Тима Бёртмана? Фу, да. Бёртоновский. Бёртоновский Бэтмен. Ну, а почему? Какой нравится тогда? Нет, ну а что, понимаешь, как бы любому человеку там может не нравиться какой-нибудь фильм. Не-не-не, я понимаю, я спрашиваю, почему, какой нравится, если не тот, то какой, или никакой, или вам не нравится Бэтмен? Я думаю, что всем нравятся Бэтмен и Нолана. А что, тебе не нравится? Почему? Нет, мне нравится, как он сделан, мне нравится, как он снят. Ну только дайте его перемонтирую, и у вас будет хорошее кино. Ого, ничего себе заявочки! Ну серьезно, я когда вышла из кинотеатра, я говорю, господи, как, ну мы все выходили и такие, ну невозможно же затянуто, ну нельзя же так делать, это же, ну прям, Я смотрел вот, ну самый крутой из них, который второй, который Темный рыцарь, угу. Я его смотрел 10, может больше, не конкретно в кино, у меня DVD-ук, я его пересматриваю периодически. Как ты выдерживаешь-то, а? Вообще никакого момента, что там что-то затянуто. Это просто шикарный восхитительный фильм, я упиваюсь каждым кадром. Я хотел бы, чтобы он был в 3 раза длиннее, чтобы я мог им наслаждаться 3 раза дольше. Невозможно. Ну, серьезно, ну там же... Ну, там нет... Ну, там где-то провисает по ритму, прям провисает конкретно. Но он пытается углубиться в философию, пытается делать там саспенс, пытается делать атмосферу получше. Но это просто затянутое кино. Да, я хожу, я знаю. Вот. Мы просто сейчас придем к затянутому стриму. Обсуждая затянутые фильмы, мы затянем стрим, и будет очень печально. А куда я двигаюсь-то? А вниз смотришь, кого-то там можешь убить, потому что с эльфами лучше не связываться. Они тебе уши надерут. Пегасы, они ничего ценного особо для тебя не сторожат. Гномов иди лупи. Гномы — это хорошие. Слушай, а у меня там осталось-то? Че? Ничего. Двое, ну, у тебя лучников. 2 лучника и 3 мантикора при этом. Ладно. Пойду по. О! Тем более, видишь, они к тебе хотят. Идите. Видишь, теперь у тебя есть мана, теперь у тебя есть. Этих змей вообще вынесешь без проблем. Да? Да, конечно. А во вторым героем сейчас можно собирать здесь ресурсы. А, ну, можешь не драться с ними. Раз у тебя войск мало, боишься рисковать. У тебя, в принципе, смотри, халява. Тут у тебя вот змеи, которые сбежали, которых было мало. Внизу големы шахту охраняют. Спокойно с этими войсками, то тут пройдешься, все получишь. Вот только на этих не ходи, они тебе лучников просто изничтожат. Куда мне двигаться-то? Вниз иди, отбивай шахту у големов. А вторым героем иди забери эту шахту. И вон там кучка серы лежит прямо под ней. Да. Возможно, сюда ты не можешь пролезть? Можешь, смотри, тут еще сера. Сейчас ты будешь серой обмазываться прям. Счастье-то какое. Серные ванны принимать.
Так, муниципалитет. Просто тебе нужны деньги отчаянно. Да, мне что-то как-то потратилось я. Потрачена такая. Да. Все. Да, вперед, вперед, дальше. Можете там в чате ответили, за что они не любят? Корейское кино или Бэтмена? Я уже всех спрашивала. Вот, кто-то со мной соглашается. Могли бы покороче. Согласна. Еще бы согласна, ты сама это спросила. Еще бы ты была не согласна. Ну я же девушка, я могу себе позволить быть непостоянной. Я девушка, я могу передумать. Да-да-да. Знаешь, я мужчина, я тоже могу передумать. Но у вас это как-то карается, наверное. Мне второй Бёртона и Шумахера не нравится. Не нравится из-за сюжета. Все очень тупо. Уж насколько ругает тупость. Бэтмен против Супермена. Но мотивы злодеев во всех старых фильмах это просто трындец. Даже у Пингвина и Кошки нравятся Бэтмен и Нолану, но там тоже не без претензий. Какой вы? Эх. Здрасте, какой любимый фильм у вас? А, ха-ха-ха. О, делись. А Саша, я не могу ответить на этот вопрос. Ну, серьезно. Выдели за какой-то период определенный или там в каком жанре? Нет, нет жанра, нет периода, нет. Ну, просто я, во-первых, не вспомню, потому что очень много так, хороших хорошо, фильмов. Так, хорошо, давай за последние 3-4 года... И это тоже не работает. Почему? Я могу посоветовать что-то посмотреть неплохое, если кто-то что-то не видел. И то я забуду, реально забуду половину. Потому что очень много смотришь, очень много из разных фильмов нравится много. В определенный период времени тебе нравится одно кино. Я помню, что в универе, например, на первых курсах мы очень все угорали по Твин Пиксу. Прям вообще. Прям по это фильму было... или по сериалу? По сериалу. Ну, я до сих пор угораю по сериалу. А я потом его пересмотрела. Он же бесподобен. И понимаешь, а, нет, вот я помню Блоап. Блоап для нас был просто, это вот, это же такое кино, это прям вот. Мы через, вот буквально заканчивая университет, сели смотреть этот Блоап. А это что вообще такое? Просвети меня, я реально... Мне это название ни о чем не говорит. Фотоувеличение. Фотоувеличитель, фотоумножитель. Господи, режиссеры. Мне сейчас из головы вылетел режиссер. Сейчас я быстро посмотрю. О, смотри, я нашел какой-то знак. Перед вами древняя надпись, сделанная на не слишком понятном языке. Буквы знакомые, а смысл ускользают. Стетембох механик лох. Что это? Не знаю, по-моему, это довольно грубая подводка для того, чтобы поговорить о том, что в кинотеатрах фильм механик. Антониони, точно. Плак. Сейчас тебе расскажу. А, да, мы переключились на боевиков. От Антониони к механику. Да, от Антониони к механику. Ты выпал из кадра. А так я впадаю в твой кадр. И это другая крайность. Вот, давай, да. Механик. Ну, может, ты что-нибудь расскажешь, помимо этого. Нет, не помнишь ничего. Ну, если честно, короче, у меня все фильмы с Тэтом, они выглядят примерно одинаково. Отдельно торчит адреналин. Вот. Да, да. И вот механик, говорят, что, может быть, будет какой-то другой. Что-то я просто в это не верю. Я думаю, что очередной просто фильм с Тэтомом. Ну, у меня с ним... Ну, Тэтом же клёвый! Он же, ну, мужик. Одним словом, мужик. Лысый, бородатый, да. Лысый и не слишком бритый. Лучше бы был бородатым, может, тогда это... Терти сам пьется. Не, на самом деле у него он хороший актер. И хороший актер он был в «Большом Куше». Это прям, который у нас «Большой Куш», который Снэйч вообще-то. Да, очень классный фильм. Очень люблю. И очень люблю Гая Ричи. Ура, мы нашли, что любим вместе. Да, ну это действительно очень хорошо. У Гая Ричи прекрасный темп. И я, кстати, знаю почему. Он очень долго был клипмейкером. Очень долго. И потом... На моей памяти клипмейкеры чаще снимают жуть, нежели чем нормальные фильмы. Кто же у нас из клипмейкеров французов таких выпал с этим? «Наука сна». Могу путать сейчас, но, по-моему, Мишель Гондри. По-моему, он тоже очень долго снимал не клипы, а рекламу. Ты смотрел «Науку сна»? Нет. Смотри. Неплохое кино. Ну, просто надо обсуждать, когда видишь. И недавно у него в прошлом году вышел еще один фильм, который я забыл, как называется, как всегда. Надо найти какой-нибудь фильм, который я смотрел, а ты не смотрела. И говорю, Саш, чтобы выбрать твой любимый фильм, скажи, какой фильм ты пересматривала чаще всего. Хе-хе.
почти не пересматриваю фильмы. Я смотрю новые. Всегда. Про Стэтма, про Большой Куш. В общем, вышел механик, который... А, это адреналин. Это кадр из адреналина. Наверное. Да, это кадр из адреналина. Но, в принципе, я думаю, что любителям экшена и боевиков стоит сходить и посмотреть. Говорят, будет хорошо и, например... Ну, я думаю, что с пистолетом Стэтома возле своего лба не стоит вообще хоть какого-то негатива говорить в его сторону. А то, знаешь, раз в год и на пикче палец может дернуться. Да. Вот, Гай Ричи, Малорик. Ну что, ты ходишь? О, ты револьвер Гая Ричи любишь? Да. Ну, я почти все фильмы Гая Ричи люблю. А я плююсь. Я серьезно? Не могу просто. Почему? Вот, не знаю, он ужасный. Чем? Всем. То есть меня просто он отталкивает отсутствием внятного сюжета, тем, как он сделан. Невыносимо тягомотно было его смотреть. Правда? Правда. Удивительно. Вот, то есть, причем я понимаю, что под влиянием чего он его делал, что там он пытался всю свою вот эту кабалу туда вложить, но это совершенно чудовищно, на мой взгляд, с точки зрения кинематографа. И когда он все это дело бросил, он... А потом, вот, понимаешь, вот был восхитительный... как же он, мой нежно любимый про музыканта. Рок-н-ролльщик. Да, 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 просто один из трех лучших фильмов, на мой взгляд, Ричи. Возможно, хотя многие, наоборот, хают рок-н-ролльщика очень сильно. Божественная музыка. Ты смотрел последний герой? Фильм Гая Ричи? Анкл? Анкл, да. Отличный, просто отличный, шпионский, тонкий, сатирический. Я наслаждался каждым кадром. Что, опять я хожу? Это ты ходишь, отдай мне чат. Нет? А, я уже закончил. Да? Тебе что, не нравятся герои? Нет, мне нравятся герои. Я тут... Так. Или тебе не нравится то, что приходится от любимого кино отвлекаться на более сложные задачи? Так, лучше, кстати, побей и забери шахту, потому что шахта — это просто... Шахта — это основа твоего благосостояния. Нет, на самом деле... Железный город... Да лучше сбеги. Сбеги. Ну, в смысле, отпусти их с миром. Идите с миром. Я вас отпускаю. Нет, мне нравятся герои, просто это переключение задач. Я вроде тут мысль продолжала свою неглубокую. И там что-то я зацепила взглядом в чате про кинорольщика. Прочитай, пожалуйста. Женя, чем конкретный сюжет «Там огонь»? Револьвер не спасает даже главный злодей. Механик как-то плохо сделан. Когда уже начнут снимать фантастику по книгам классических фантастов? Знаете... Не знаешь, на что отвечать. Слушай, Хэллоуэд пишет. Жень, не траль Сашу, а то завтра в нос дам. Да меня вроде никто и не троллит. Саш, а ты раньше в героев играла? Да, я играла раньше в героев лет сать назад. Слушай, мне бить их тех или не бить? Бить или не бить? Церберов, конечно, бей. У них немного, и они охраняют всякие ресурсы. Окей. Что, у меня гномчики какие-то появились. Ну да, присоединились. Только да, вот расставь по углам, засунь своих этих самых стрелков, чтобы для них... Не-не, в разные углы, они бьют трех сразу. Чтобы... Да-да-да-да. И гномов там вперед куда-нибудь гони, и все, начать битву. Хорошо. О, может на них опять же положить какое-нибудь ускорение или долбануть стрелой по ним, по врагу. Флаг тебе в руки. Я бы только, наверное, сделал вот так. Как скажешь. Да, и стреляй по ним, чтобы гномов не так больно было бить. Пожалуй, сделаю вот так. А, все, они отлично согрелись на гномов. Ты, может, поставишь мне защиту? У меня там... Не, не дотянусь слегка. Ты вообще можешь ее здесь поставить? А. Мышкой, да. Я просто на ходке их привык играть. Четверку надо было бить. Эй, тареничка. Давай уж, дефенсу их. Ну все, 5 гномов. Базового огня лучше бери. Угу. Пригодится. Денюшка. Денюшка капнула. Мне кажется, я сейчас не осилю глаза. Глаза слипаются. А четвертый день... Ну, вообще, попробую вниз пройти мимо них просто. Там... Да. Или башенку. А вот с ящерами тебе точно лучше сейчас не, не, не,
контачиться. Смотри, кто там дальше сидит. Не-не-не, дальше по дорожке кто сидит. Сначала надо посмотреть. Не могу. Вниз тебе. Не стоит сейчас соваться. А, я тут. Даешь фильм по Гарри Гаррисону. Кстати, какие у нас последние фильмы по классическим фантастам выходили? «Петля времени» была. Был наш Стругацкий, когда экранизировали «Обитаемый остров». «Обитаемый остров», да. На мой взгляд, не лучшая экранизация. Хотя Максим... Мне понравился подбор Максима. Мне тоже понравился. Прям вот. Герой отличный. Ну, правда, как-то он играет так. Я что-нибудь строю? Или у меня денег нет? Так, тебе нужна цитадель, я так понимаю. Ты же к Капитолию движешься. А денег у тебя прилично уже. Отлично. Забрали чат. Ну, ладно. Так, стоп. Ну, ладно. Что пишут в чате? Они слишком увлечены спорами, кино и героями. Вы что, думаете, мы не успеваем читать чат? Нет, успеваем, периодически. Мы не то, чтобы не успеваем. По Сильмариону бы сняли кинцо. Вот это был бы шедевр Толкина. Вот это был бы затянутый фильм. Вот это да. Но зато там столько можно частей, можно сериал сделать. Знаешь, если бы Сильмариллион можно было бы экранизировать, Питер Джексон взялся бы за него вместо Бэтмена. Да, да. А раз он не взялся, значит, это, скорее всего, ну, совсем какой-то тухлый номер. Я, кстати, ставлю «Быструю битву» для ускорения процесса, потому что, ну, что-то как-то уже, да, надо двигаться к финалу. Мы еще даже не все новости рассказали. Вот моя золотая шахта. Нет, не будем вас бить, будем вас грабить. Тут народ пишет, что да, «Обитаемый остров», боги, как же это было больно смотреть. Ну, ребят, пытаются наши делать что-то хорошее, пытаются классику, пытаются сюжетом, ну, когда-нибудь научатся, что ж. Вот снимут «Защитников» и сразу научатся? Да. Сразу столько экспириенса бахнет. Питер Джексон вместо Бэтмена? Выход. Не заглядывай в чат. Чат сейчас у меня. Хорошо, я сейчас выпала опять из кадра. Так, вот, кстати, побить? Приятно, когда чат начинает общаться сам с собой. То есть ты как бы темы там вбрасываешь, а чат общается, получает. А мне так и не ответили про корейское кино и про... Нет, про Бэтмена мне ответили, спасибо вам. А про корейское кино мне никто не ответил. Мне прям интересно. Мне бить этих или не бить? Дендроидов ради шапки... Да, определенно. Я их побью? Надорвись, но побей, потому что они охраняют шапку, которая сделает тебе нереально... О, принимай, конечно. Смотри, все, просто все сложилось для тебя очень хорошо. Да я везунчик. Теперь тебе надо дотяпать до города, взять там подкрепление и соваться под землю. Так, а вот... А можно мне обратно? Можно. Я не хочу. Я волшебник, я могу. А на планшетах, кстати, так нельзя. Там клавишу пробил, ни под что не забиндили. Так, зловещие глазище я не трогаю. А как я в город-то попаду? Игромания, what do you think about... Ох, простите мне мой жуткий акцент. Eternal Sunshine and Spotless Mind. Я видишь, что я не вижу. А, это, видимо, вечное сияние чистого разума. В оригинале так. Да, «Саншайн сияние». Да, это про... спрашивают, что мы думаем про фильм «Вечное сияние чистого разума». Ну, говори, что ты думаешь. Я не смотрел. Ну вот, не срослось. Почему? Ну... Потому что. Да, я поняла. Хорошего. Потому что если бы он вышел сейчас, я бы, наверное, смотрел. Но он вышел много лет назад. Что мне строить? Сейчас я вам расскажу про вечное сияние чистого разума.
Вот, понимаете, вот зачем, как бы, Саша просто чем она незаменима. Она смотрела вот практически все то, что не смотрел я. Может, меня теперь сидеть, презрительно, укорять... Да, смотреть на тебя. И составлять мне списочки того, что я обязан посмотреть. Кстати, у меня тоже когда-то был такой списочек того, что я должна посмотреть. Отдай ее, я вот сделаю вот так вот и вот так вот. А, утащили чатик. Да. По поводу вечного... Ну, это же прекрасный фильм. Это же прям... Вау! И тебе хочется, вот на нем хочется рыдать. И это прям вот, ну это выжимает тебя. Это Джим Керри, это. Ой, господи, я забыла актрису, как зовут. А что там происходит-то? Я вроде почти всего Джима Керри смотрел. Там, ну, грубо говоря, фабула такая, что. Синопсис, в общем. Паре стирают разум, чтобы она не помнила друг друга. Но, к сожалению, кто-то из них вспоминает. Ну, то есть сначала она это делает, потом он это делает, они встречаются, начинают вспоминать, и как дыры вот в программах. И это очень хорошее кино. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Прям советую. Прям вот, да, надо. Надо это знать, надо это понимать. Это то, как вот... Ну, один, кстати, из моих любимых фильмов на тему. Какой мой любимый фильм? Вот так вот. Евгений, как так-то? Евгений, объяснитесь. Это по поводу, наверное, что ты не смотрел. Ой, тут твой ход. Я пока могу, наверное, попробовать объясниться. Ну, просто бывают фильмы... Кейт Уинслет, да, спасибо большое. Да, сначала девочка... Как вам игра Эндера? Так, обойдем, аккуратненько заиграем тему с сиянием чистого разума. Да. Вот, тут спрашивают, как фильм «Игра Эндера». Я его даже собирался смотреть. Я его, честно признаться, вот как раз его-то я и не посмотрела. Вот я тоже, я его вот собирался. А главным героем, куда я иду? Я в город иду. Ты в город идешь, да. И никого не бью по дороге. Ну, в общем, да, тебе, наверное, это не очень сейчас обязательно. Тебе важно получить войска и сунуться под землю. Вот. Потому что мы там будем под землей встречаться. Ага. И сможем, наконец-то, завершить... оглашение новостей, да. И подвести к финалу наш сегодняшний стрим. Так, что мне там, замки надо сделать быстренько. Так, чуть тебе до Капитолия не хватает? А, денег тебе не хватает. Деньги кончились у всех. Построй грибные кольца. Где они? А, нет, во, улучшение для гарпии построй. Вот, улучшение для гарпии. Тогда гарпии у тебя фактически тоже станут лучниками, а это прекрасно. Все, забрали. Ладно. Сейчас ходы уже покороче будут. Может, даже я даже чат у тебя не буду воровать. Кейт Уинслет, фу. Но она хорошая актриса, вы чего? Она действительно хорошая, как актриса. То, что вам не нравится она внешне, ну да, бывает. Не все актеры красивые. Актерам не надо быть красивыми, не надо быть актерами. Ну, потому что бывают банально разные типажи, и не нужно, чтобы играть Джабу Хатта, не надо быть расписным красавцем, да? Надо быть Джабой Хаттом. Эй, не спойлерить. А мы не спойлерили. Ой, все, у меня язык заплелся. Спойлерили. Да не вы спойлерили. Нет, это на самом деле завязка фильма. Я вообще ничего не рассказала про сюжет. Ты трейлер показала так. Ментально показала людям трейлер. Ну, о чем да, будет кино? Ну, такое. Так, ты какие не возражаешь, если я за тебя Шона схожу? Вы знаете, в которых он не умирает? Вопрос с подвохом. Да, действительно. Солдат Шарп. Вся серия про стрелка Шарпа. Выходил как отдельные фильмы, поэтому считается очень жирно. Выкрутился. Это хорошо. Кем надо быть, чтобы играть Джаджа Бикса? Актером. Да, актером-неудачником, я бы так сказал. Ну почему? На самом деле, запись в портфолио, что ты играл в «Звездных войнах», мне кажется, это очень круто. Знаешь, но запись, что ты играл Джаджа Бинкса, это очень не круто. Чик, почему это? Все не любят Джаджа Бинкса. Ну серьезно, ты знаешь хоть кого-нибудь, кто любит Джаджа Бинкса? Как кого? Как героя? Ну, наверное,
вряд ли его еще как кого-нибудь можно Моника убить. Ведь тут у нас спор почему-то в Монике Белуччи скатился. Но, ребята, она красивая женщина. Это красивая женщина, которая на протяжении 25 лет, по-моему, да? Нет, сколько ей сейчас? Ей около полтинника, чуть-чуть поменьше. И не помню точно. И она очень хороша. Хотя не мой любимый типаж. То есть у нас разговор ушел про то, какая актриса красивее. Да, походу, но это в чате. Я его и читаю. Ой, ой, печаль. Ой, печаль, беда. Чего такое? Нет, это, ну, как бы тема... То есть к чему мы... К чему пришла наша программа? Да. Обсуждаем, кто на свете всех милей, всех румяней и белей. Свет мой, твичкальце, скажи. Дело не в красоте. Да, действительно дело не в красоте. Дело в человеке. Вообще дело в актере. Если актер хорошо играет, кто у нас из самых таких страшилок, но играет очень хорошо? Микки Рурк? Ну, симпатичный, я бы так не сказал. Ну, тебе видней, тебе видней. А действительно, ребят, вспомните, кто из страшилок, из действительно неприятных на вид актеров играет хорошо. Я сейчас не вспомню. А это наверняка целая такая, чуть ли не каста, наверное. Ну, все типажи нужны. Жизнь, она многогранна. И кино, как отражение жизни, тоже должно быть многогранно. Меня зовут Доктор Стрэндж. Кажется, мы уже когда-то встречались с вами. Ура! Мы дошли до следующей новости. Спешим. Про страшилку как раз. Очень хорошо. Готовься, они тебя растерзают. Я знаю, наверное, не очень много фанатов. Господи, новости я зачитаю или нет? У тебя шестизначный пароль? Да, у меня шестизначный пароль. Это новая ось. Нет, у меня тоже новая ось, но я пароль так и оставил четырехзначным. Но он мне не дает сделать меньше. Рада бы, но не могу. Так. Новость. Я запуталась, где я. А, вот. Создатель Рик и Морти приложил руку к Доктору Стрэнджу. Если вы не в курсе. Надеюсь, вы в курсе. Создатель Рик и Морти. Ну, как создатель, почти создатель. Один из, да. Он больше продюсер. Дэн Харман. Будет писать как бы сценарий вместе. Ну, да, вместе. Доработки со сценаристом Стражей Галактики. Вот, Доктор Стрэндж. Добавочный сезон периода Доктора Стрэнджа пришел в августе. Основное же произведение завершилось в апреле 2016 года. Кто у нас у Доктора Стрэнджа? Про страшилки как раз, ребят. Кто у нас играет Кимбербэтч, хорошо? Кимбербэтч! Великий и прекрасный Кимбербэтч! Ой, извините. Это Рик и Морти. Я очень люблю этот сериал. Но... Ну, и где он? А ты старую галочку не сняла? Не сняла, да. Снова Рик и Морти. Вот он. Про страшилок. Собственно, главную роль в «Докторе Стрэндже» будет играть Кимбербэтч. Ну, это давно, как бы, не секрет. Это не секрет, это давно известно. Он там развивается в плаще. Я не могу сказать, что мне не нравится этот актер как актер. Как актер он хороший. Я смотрела Шерлока, причем сейчас у меня Леха смотрит Шерлока, вот новый сезон, там, как, где они в своем времени, ну, в смысле, во времени Шерлока Холмса. Безобразная невеста. Это эпизод «Безобразная невеста». Да, и я ходила, облизывалась, а мне надо было что-то делать, работать, и я прям... Мне он нравится как актер, он хороший актер, но он же страшный. То ладно, как сама смерть. Его надо столько гримировать. Ужас просто. То есть, ну, не Брэд Питт, но вполне Брэд такой Питт нормальный мужчина. Особо не... Знаешь, вот если бы рядом со мной в метро сел Кимбербэтч, я бы точно бы не пересел. Вот. Нет, ты знаешь, если бы он рядом с тобой в метро сел, я тоже пересела, ну, потому что это же Кимбербэтч. Но если бы он был не Кимбербэтч, а просто такой типажом сел, я бы убежала. А я бы нет. Вот и поговорили. Извините, такой, да, симпатичен. Ну, он нормальный такой, нейтральный, я бы сказал бы.
Кстати, мне британцы нравятся как актеры, почти все эталонные. Ну, спорный вопрос. Много британцев как актеров, знаете. Слово Кимбербэтч всегда играет Шерлока, такое ощущение. А возможно... Да, кстати, возможно. Хорошая мысль. Да. Он же... Слушай, прям вот в точку, так вот. Кто это кинул? Надо просто лично поблагодарить за классную мысль. Кто сказал? Кто сказал? Не вижу. Кто сказал? Нет, это ниже было. Позитивная сосиска. Позитивная сосиска. Лайк от команды за шикарный коммент. Мне понравился Камбербэтч в «Звездном пути». Он там неплох, да. Играет Шерлока. Он тут Киану Ривза играет, а не Шерлок. Вы чё? Так, чё тут у нас лежит? А, я чё-то... Ой. Тильда Свинтон тоже немного страшненькая. О, я очень её люблю. Да, она страшненькая. Ну, она действительно страшненькая. Это же не канон женщины. Но, блин, ну какая она крутая. Я даже не знаю, какой мой любимый фильм. Ну, просто, вот что я, кстати, пересматривала. Пересматриваю. Подожди, это та, которая в «Хрониках Нарнии» да? Королеву. Да, нет, по-моему, там, подожди, это... Короче, она играла в «Гранд Отель» Будапешт. Хороший фильм. Отличный фильм. Мы его, кстати, с Калданом пересматривали в съемочный, он притащил, когда тестили проектор, мы засели туда и смотрели «Гранд Отель Будапешт», это было прекрасно. Вот, и... Что там еще было? Где она еще? Она играет постоянно у Веса Андерсона, который один из моих любимейших режиссеров. Если вы его не смотрели, посмотрите. Бегите срочно, прямо сейчас смотрите. Ты мастер, тебе тоже нравится? Веса Андерсона? Да. Я не видел. Я видел. Ага. Нет, мне очень нравится, господи, «Академия Рашмар». Мне очень нравится... Ну вот, «Гранд Отель Будапешт», который я пересматривала. Что у него там еще? Полное... «Королевство полной луны», «Водная вот Одиссея». Это его фильм «Королевство полной луны»? Да, да. Отличный фильм. Он там очень люблю его. И там Тильда Свинтон, и там... Там вообще, ну там же подбор актеров просто. Причем, когда-то я по... я забыла актера, который играл, у него постоянно играет, он его друг очень хороший. Дэвид Шварцман. Он же, у него же есть очень классный сериал, который не, «Скучно до смерти». Вот такой сериал. Вот, ну, вот один из лучших сериалов. Его надо смотреть. Хотя не все его могут оценить. «Скучно до смерти» обязательно надо посмотреть. Это просто обязательно. Must have. Это вот. И что еще Веса Андерсона такой? «Нефть». «Поезд на...» Нет, это не его. «Нефть» не он? Нет, ты что? «Поезд на Дарч...» Да, никогда не смогла это в это... выговорить. Короче, смотри, какая фишка. Подожди, а «Мастер», кстати, у него нет такого фильма. А как он назывался? «Мастер» он назывался. Ну, ты тихо-тихо, не путай меня. Веса Андерсона я, по-моему, смотрела все. Возможно, не все. Я даже короткометражку смотрела, которая его первая. Тринк. «Семейка Тененбаум». Его прекраснейшая. Да, у него нет такого фильма. «Бутылочная ракета». «Бутылочная ракета» там... А последний? Называется «Задан наперед». «Задан наперед». «Гранд Отель Будапешт» его так. Последний. «Костелло Кавальканти». Кстати, я этого не видела, но это короткометражка. «Прада Генди» короткометражка. «Кинопоказ для отряда», ну это не то. «Королевство полной луны». «Бесподобный мистер Фокс». Еп. Его. «Отель Шевалье» короткометражка от «Гранд Отеля Будапешт». «Поезд на Дарджилинг». «Отчаянные путешественники» тоже прекрасно. Нет у него такого фильма. Все, я права. Я, господи, я думала. «American Express, My Life, My Card». Короткометражка «Водная жизнь», «Семейка Тененбаум», «Академия Рашмара», «Бутылочная ракета». Значит, это другого Андерсона. Какого другого Андерсона? Уэс Андерсон один. Пол Андерсон еще есть, но это не о том. Отлично. Смотри, какой тут замут под землей. Тут, короче, торчат... эти самые стражники, которые пропускают только по определенному флагу. То есть пройти без тебя я здесь не смогу. Видишь, они мне блочат проход. Так что тебе надо скорее сюда спускаться. Эти пока дорогу почищу, тут там всякие наги торчат.
без тебя. Более того, здесь есть смысл, на самом деле, объединить артефакты и армию, чтобы эффективнее сражаться. Что мне здесь построить? Ну, пусть будет арка для андроидов. Мастер у другого Андерсона, Пола Томаса. Вот, да, вот это похоже на правду. Отлично, другого. То есть у нас три Андерсона-режиссера. Это Арколд написал. Пола Томаса. Я думаю, блин, даже загугли. Загугли, потому что я в них уже путаться начинаю. То есть понятно, что любимый из Андерсонов это тот самый, который «Обители зла» снял и Mortal Kombat. Да, я настолько плох. Что настолько плох? Что я люблю... Mortal Kombat? Я люблю Mortal Kombat, я обожаю смертельную гонку. Не, ну мне нравится, я смотрела его, но это такой... И я большой фанат первой «Обители зла». Ужас какой. Вот то, что он дальше не снимал, это было ужасно, но первая «Обитель зла» была прекрасной просто во всех своих проявлениях. Че ты снимал, дорогой мне, мой, скажи. Так, не, всего, да, вот, он, вот, нет, вот, ты, вот. Ты перепутал Андерсонов. Да. У них много. Мистер Андерсон. Вот, субботним вечером в прямом эфире, удивительно. Даже режиссером был, это Saturday Night Live. Кто там говорил про Хелену Бонем Картер? А кто там говорил Хелену Бонем Картер? Да, она считается страшилкой, но она очень красивая. Она мне очень нравится. Это прям шикарная женщина. Шикарная актриса. Вот она единственная, где она реально такая страшненькая, это в «Бойцовском клубе». Но как бы... Но там антураж, такую роль играет, да, что все как бы правильно. Так и должно быть. Я, кстати, тебе расчистил проход. Все, мы можем теперь сражаться по. А что вы думаете о Джимми Джармуше и его суперкино «Одна ночь и кофе и сигареты»? Что ты думаешь? Давай, мне, я поиграюсь пока. Ничего не думаю. То есть ты не смотрел? Нет. Классика кино. Да, я поняла, что мы здесь. Джим Джармуш, кофе и сигареты. Кофе и сигареты – такой атмосферный фильм. Что я строю? А пушку единорогов. Пушка. А пушку? А, подожди, это вообще мой еще ход. Вообще, отобрала вообще посредине хода. Не, ну я понимаю, что я тут в качестве автоответчика за тебя несколько ходов отходил. Ну это нормально. Да? Мне да, можно. Я уже... Ну а что ты так мило с чатом общалась, да? Мне эти перекидки уже надоели. Дай Джим Джармуш очень хорош. Мертвец, его фильм, да? Да, да, я сейчас про кофе-сигарет договорю. Говори. Только твой ход. Вот зараза, а! Вот что это такое? Мне очень нравится кофе и сигареты, но я прекрасно понимаю, я его никогда не буду пересматривать больше вообще. Вот когда я его посмотрела, было то, что надо. То время, то место, то настроение, состояние, и прям вау, и я ходила, и потом гуляла в шляпе. Да, теперь здесь ходи, хорошо. Я бью кого-нибудь? Не, просто иди в подземелье, ни на кого не обращай, просто ныряй в подземелье и все, и открывай дороги. Во, можешь, кстати, это, да, со мной законтачиться и подкинуть мне каких-нибудь войск, тех же мантикор. Ага, ща. Вот это было неожиданно. Вот сейчас было обидно. Ну, я все равно до тебя бы не доползла. Мне что нибудь построить, не? Так, терпи до Капитолия. Хорошо. Может, вторым собрать что-нибудь? А нечего собирать, по-моему, уже. Тут уже все давно твое. Ну и ладно. Да поставь ты его в этот в режим ждать. Ага. Окей. Чтоб не отвлекал. Почем зря. Так. Первый и второй «Обитель зла» тоже нравится. Второй... А, я про Джармуша рассказываю. Да. Джармуша тут... надо смотреть, мне кажется, определенные фильмы в определенное время. Я пока твоего героя тут обдираю. Но как липку. Но знать, блин, кофе и сигареты нужно. И там, особенно я проперлась по Игги Попу. Ну там вообще все. Там Игги Поп играет? Ха-ха-ха-ха. Там играет бесподобный и шикарный Игги Поп? Да. Тогда, да, тогда, пожалуй, я записываюсь, чтобы да, это посмотреть. Там на самом деле очень много музыкантов... господи, Джек Уайт. Джек Уайт же он? Джек Уайт. White Stripes. Mm-hmm. Джек Уайт.
Они там с сестра-женой играют. Я не знаю, как это назвать. Ты, это же это прям целая культура. Это вот все. То есть это фильм про музыку? Нет, это фильм про кофе и сигареты. А если я не люблю сигареты, из кофе сейчас стараюсь немножко дистанцировать свои отношения. А ты посмотри. Ганса Христиана никто не вспомнил почему-то. При чем тут это? А, это про то, что экранизировалось последнее из фантастов, классиков и так далее. Так, смотри. Тебе надо вскрыть эти самые палаточки. Помочь мне. Я уже с тебя содрал все артефакты, забрал самые сочные войска. Отлично! Ну, кооперироваться же надо. Да, не про кино болтать. Там нужен народ. Давайте новую тему. Тебя на кинематограф, по-моему, обсосали уже полностью. Куда? Я сюда иду? Да. А потом наверх. У тебя бирюзовый флаг, отлично. Да, давай. И наверх, пожалуйста. Не-не-не, вот туда наверх. Да! Там, видишь, красивая брошка лежит. Вот мне к ней бы пройти, тогда... Хорошо. Тогда я коплю денег, да? Да, подкопи. Можешь вихрьманы поставить, это уже не все равно ничего не изменит, до замка ты уже не успеешь дойти. Ну, хорошо. Где они? Мы раньше победим. То есть мы, в принципе, ничего можем не ставить, да? Да. Ты уже все содрал с меня? Да! Счастье. Я уже извлек всю возможную пользу от нашего сотрудничества и готов просто стремительно завершать. Местная стража пропускает только тех, у кого оранжевый флаг. Готов ли вы пройти взять? Ну, разумеется, готов. Ой, какой щиток. И что-то никакой охраны вокруг нету. Ну-ка, посмотрим. Этот щит стерегут страшные противники. Тролли из комментариев. А щит неплохой. Кажется, на нем изображен гриффиндорский лев. Может, это намек? Гриффиндорский лев, тролли, тролли. На что же это может быть намек-то? А намек это, собственно... На самую, наверное, главную киноновость, ну, по крайней мере, для меня киноновость недели, которую я старательно приберегал до конца эфира. Собственно говоря, Warner Brothers заинтересовались возможностью экранизировать восьмую книжку о Гарри Поттере, которая изначально была спектаклем, пьесой, точнее, даже если быть совсем точным. Сценарий этой пьесы вот издается книжкой, и вот эту книжку Warner Brothers хотят экранизировать, потому что это сулит тонну бабла. Опять же, хотят видеть в главной роли Дэниела Рэдклиффа. Причем Рэдклифф, он последние годы весьма успешно отбивается от своего амплуа Гарри Поттера. Если честно, он действительно успешно, потому что я его уже как Гарри Поттера не вижу. Я вижу его как молодого перспективного актера, который играет кучу разных ролей, и самый запоминающийся из них — это испускающий газы труп на текущий момент. Вот. Рэдклифф как актер просто заметно вырос со времен Поттеров. Я считаю, что в Поттерах где-то с начиная с третьего по пятую он играл просто отвратно. Шестой, седьмой немножко подтянулся, но как бы свою замечательную актерскую игру маленького мальчика из первых двух фильмов он никогда не затмит. Вот. Но тем не менее, студия изъявила желание сделать денег, снять восьмой фильм, причем это будет никак не раньше 2020 года, ну просто потому, что у них уже фантастические звери, где их искать. Это будет тем или иным образом, это будет какая-то трилогия. Я эту трилогию прям вот жду. Мне это гораздо интереснее, чем новый фильм про Поттера, скажу честно, потому что самое главное в экранизациях Поттера — это мне лишний раз погрузиться вот в этот вот замечательный мир, который я дочитал в свое время. И мне кажется, что история Поттера, она вполне закончена. Может быть, бы я посмотрел про его детей, но вот тыкать палкой в мальчика, который выжил, даже 19 лет спустя, ну, это уже перебор. Тем более, что я прочитал на сайте Мира Фантастики изложение сюжета «Гарри Поттер и проклятое дитя», вот этой вот восьмой книжки пьесы. Тот сюжет, который там есть, он, честное слово, мне не понравился. Я не горю желанием читать это, наблюдать это на экране. Мне кажется, что это какой-то, ну не знаю, фанфик, который разрушает основной принцип вселенной, который провозгласила сама Роулинг, чтобы заткнуть вот эту вот большую, огроменную сюжетную дыру с «Маховиком времени». То есть нет, «Маховик времени» историю не меняет, нет, откатываться сильно назад нельзя. Но вот почему-то в восьмой книжке выясняется, что историю менять можно, откатываться назад
тоже. В общем, безобразие, нельзя так делать. Поттер. Ждем бойца в Mortal Kombat Гарри Поттера. Мистер Браш 67. Не буду я им играть в Mortal Kombat. Да ладно. Это ужасно. Инсендиум! Вингардиум Лавиоса! И, конечно, да. Фаталити в виде Авада Кедавра. По-моему, это супер. По-моему, это идея для DLC на Mortal Kombat, ну, минимум баксов на 20 за каждый экземпляр. Люди повесятся. Да почему повесятся? Люди просто удавятся от радости. По-моему... Да, вот именно, вот такие. Или вот эти. Вот, вот, кстати, за... Файтинг за Добби. За Добби, да. А его будут в конце, короче, убивать, добивать серебряным ножиком в сердце. Это... Нет, он будет вытаскивать серебряный нож из сердца и добивать. Это будет его фаталити, который воскрешает. Раз. Что? Так, ладно. Вот нам няшный Гарри Поттер, который гладит гиппогрифа. Вот, успокаиваемся. Учитывая, что я, да, смотрела и читала. Ну, да, ну, окей. Ну, как бы, мне кажется, что уже прошло, его не надо воскрешать очередной раз. Ну, то есть... Зачем продолжение? Сколько частей у Гарри Поттера? 8? Сейчас 7. Вот. 7. «Окаянное 8. Дитя» — это 8-я книжка. Почему там не главный герой, он боковой Нет, герой? Нет, фильмов сколько? Фильмов 8. 8 фильмов. Это будет 9-й. И еще 3 по миру. По миру отличные фильмы, я, по крайней мере, надеюсь. И мне кажется, женщина это никогда не остановится. Но, кстати, женщина. Женщина. Но, между прочим, женщина не для себя, она... Пожертвовала 16% своего состояния на благотворительность. Это чуть ли не рекорд вообще. Она из списка миллиардеров Forbes улетела, потому что пожертвовала деньги. Молодец, да, но... Надо больше жертвовать, для этого надо больше зарабатывать. Больше зарабатывать, соответственно, надо больше писать беллетристику. Ну, скажем так, свободная вакансия, случайная вакансия... Мне очень не понравилось. Я считаю, что эта книжка была написана исключительно ради того, чтобы доказать... Я могу писать совсем не Гарри Поттера. Смотрите, у меня тут бессмысленная жестокость. Да? У меня тут взрослые проблемы. Отвратительная книжка. Вот просто. Вот взять Гарри Поттера, поставить вверх ногами, и да, все, что я любил в этой книжке, я буду теперь ненавидеть это в свободной вакансии. Но потом она взяла, написала восхитительные детективы «Шелкопряд», забыл, как второй называется. В общем, детективы она пишет обалденные. Это просто вот лучшее, что я читал в этом жанре со времен «Девушки с татуировкой дракона». Mm-hmm. Ты читал? Фильм да. Смотрел? Да, смотрел голливудский. Какой вот понравился больше? Нет, шведский я не смотрел. Я, ну, просто потому, что после того, как я увидел, извини, вот эту вот восхитительную актерскую игру... Какую? А и как и у Лизбет Саландер, как у Блумквиста, я не хочу смотреть на шведских актеров. Я видел там, ну, картинки, трейлер, мне вообще, вот, ну, не вижу я их после голливудской Стоп, это был не Финчер. Сарказм, тебе серьезный финчерский фильм понравился? Дико понравился. Я даже, я даже, мало того, что я его посмотрел, я еще и DVD потом купил. Охо-хо. А мне категорически не нравится Финчера. «Девушка с татуировкой дракона». Причем настолько не нравится. Я смотрела шведский фильм. И шведский фильм — это прям шедевр. Ну, как шедевр? Насколько он может быть шедевром? Он очень крут. А вот Финчер я вообще... Я так плевалась. Мне так не понравилось. И прям фу-фу-фу. Почему? Он же классный. Нет, он не классный. Крейг восхитителен. Но ты не видел Блумберга шведского. Он там правильный. Он там такой, какой должен быть. Он и... Господи, Элизабет Саландер. Тоже я не помню, кто ее... А, Руни Мара. Руни Мара, да. Но в шведском варианте играет... Я не помню, как зовут актрису. Естественно, она играла в Шерлока Холмсе цыганку. Она там просто... Вот там она крутая. Вот там она такая, какая должна быть. А Руни Мара какая-то была показушная в девушке. Я бегу открывать тебе путь. Да, и беги, потому что этих ты можешь не вынести. Окей. Кого я могу не вынести? Вот этих орлов. В смысле, а у меня ничего нет, что ли? Ну да, твою армию я немножко прихватил. Покоцал, да? Куда я дальше-то бегу? Да просто отойди в сторонку, и я завершу нашу сегодняшнюю трансляцию. Ну да, мы что-то как-то 2 часа, хорошо так. Ой,
Потому что мы на самом деле очень любим говорить про кино. Да. То есть нельзя так просто взять и не поговорить. Вот, меня поддерживают. Девушка с татуировкой дракона, шведская, просто эпик. Эпик. И проколотый пупок Полины. Ой, это, кстати, наш постоянный читатель. Проколотый пупок — это наш просто постоянный зритель. Я его уже узнаю. Круто. У Финчера такое днище же по сравнению со шведами. Во! Е! Мы за 21 день прошли эту карту. И наш рейтинг оклинательни. Александра так увлеклась, что особо даже не играет. Ну, у меня отобрали управление, задавали вопросы. Я же не виновата, что Женя не смотрел половину фильма, который я видела. Евгений, Крейг не актер, а просто фу! Даже в убогом Бонде лучше. Кстати, да, я согласна. Я люблю Дэниела Крейга. Я посмотрел, по-моему, все, как раз кроме таки Бондов. С Бондами у меня просто особая история. Я в свое время просто зарекся на 17-м, что ли, фильме. Я просто зарекся. Я дал обещание, что я больше не буду смотреть Бондов. И я их с тех пор не смотрю, хотя очень хочется. Нет, я смотрю периодичность, с периодичностью. Ну, если в детстве для меня это было вообще кино-кино, я там с родителями бегала к телевизору смотреть Бондов, мне было очень интересно, то потом, ну, соответственно, когда повзрослела и посмотрела еще кучу тонну фильмов, то, ну, Бонды, ну, Бондиана хорошо иногда, ну, потом стало плохо. Ладно, мне кажется, что Бондиана — это слишком обширная тема, да, чтобы это... дальше развивать. Ребят, спасибо, что вы были с нами эти 2 часа. 2 часа, да. Да, это очень эпично, на самом деле, для стрима, тем более информационного такого. Это действительно такой большой промежуток. С другой стороны, у нас как бы сегодня премьера вот нового формата. На знакомство, да. Да. Как это? Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство. Знакомство. Только вот Шерлок Холмс — это она. Не, неправда. Ну, хотя да, может быть, в кино по части. Да, я Шерлок Холмс. Пожалуйста, я играю, кстати, я в детстве играла на скрипке. Нет, дальше все, на этом заканчивается. Просто на этом сказано заканчивается. Ладно, большое спасибо, что были с нами, писали комментарии, в том числе очень классные, очень ценные. Это всегда приятно. Я, к сожалению, вот сегодня меньше был в чтении комментариев, просто потому что вот по нашему расположению от меня комментарии, ну... Саша их все время так себе пододвигала. Да. Я просто их сделаем, не вижу с такого расстояния. Сделаем, на самом деле, что-нибудь с этим, и до следующей недели мы, надеюсь, разберемся в этом. Я не уверен, что на следующей неделе выйдем, ну, потому что вот у меня сдача номера, это очень сурово. Вот, так что не могу гарантировать, что, ну, но может, мы постараемся. Мы постараемся. Вот через 2 недели, я думаю, что железно будет. Вот. Самое главное, пишите, как бы, что вам понравилось, что вам не понравилось. Как видите, я стараюсь вообще по максимуму учитывать ваш фидбэк, по максимуму внедрять какие-то новые идеи. Ну, потому что мне не очень нравится делать передачу, которая все время одинаковая. Мне нравится вот подключать какие-то новые форматы, идеи. То есть, может быть, в следующий раз я, например, нарисую, вот как для вас, помните, рисовал карту, которую все совместно проходили. Может, я для Саши нарисую, посажу, проходить, а сам там комментарии читать. А сам будет отвечать на комментарии, да. Да-да-да. И делать вид, что я... и пытаться сделать вид, что я смотрел хотя бы 15% того, что посмотрел Саша. Ну, просто на самом деле, вот я так понимаю, что основная разница у нас в том, что ты любишь... То есть, ты не смотришь кино по 10 раз, а я вот этим частенько грешил. Понимаешь, фишка в том, что когда ты сдаешь историю кино, и у тебя экзамен там через пару недель, а ты полгода прогуляла и смотрела что-то для себя, а за 2 недели тебе надо посмотреть вот такую тонну фильмов, ты как-то перестаешь смотреть их по несколько раз. Понимаю. Ну что ж, спасибо большое. С вами был вечерний эфир «Игромании». Александра. Евгений. Это были «Киногерои». Спасибо за внимание. До новых встреч. Все, всех целую, всех пока. Всем пока.